Всем привет, друзья! Мы продолжаем футбольные приключения Геворга. Вот он с нами. И сейчас присоединится Артават Парадян. А я, Федор Сивов, запускаю режим «Стань легендой» в Pro Evolution Soccer, где и развивается наше молодое дарование Геворг. Его звали Конский Лис, сейчас он как Бильбао Бэггинс. Да, такое прозвище ему придумали вы в прошлый раз вместе с множеством прекрасных кричалок, которые мы, увы, забыли записать. Но будем рады, если вы продолжите радовать нас и кричалками, и новыми прозвищами для Геворга. Начинаем. Я напомню немножко историю карьеры Геворга в футболе. Мы как-то с Ариком решили, собственно, постримить этот режим. Точнее, вы нас попросили постримить режим. И мы залипли, да. Всем привет, да, дорогие друзья. Мы создали Геворга и залипли. Потру Геворга на удачу. Да, мы напомним, карьера, где он у нас? В Хихонском спортинге. Да, начал в Хихонском спортинге, начал потом очень круто. Что, кто начнет? Ты начнешь. А, давай, хорошо, люблю. Первым играть. Первым играть. А, и у нас стоит на воротах Игорь Акинфеев, если что. Да, он сюда внезапно перешел. Смотри, Игорь Акинфеев заявляет о своей верности. Я хочу выиграть этот титул в составе клуба «Атлетик», он говорит. В местных новостях, видимо. Вот так вот. Так, надоело ему в ЦСКА. Собственно, переходим, да. Что у нас? А, игра. Все, закончится трансферное окно, собственно. Мы перешли в «Атлетик». Оглашен состав команды сборной вместе для участия в лиге ББА. ББА. У нас здесь нет, к сожалению. Да, и никого из нашего клуба, но ничего. Постараемся. Да, из Реала только Модрич, смотри, кстати. Все из Валенсии, куча народа. Почему Игоря Акинфеева нет? Между прочим, в команде вместе. Ну, потому что он на 100 раз... А, интернет надо, да. Он в тот раз нас пропустил дичайший гол в начале матча, я думаю. Да, это было ужасно. Воздалось. Сейчас я интернет воткну. Да, а то мы не можем вас встать. Да. Да. Сегодня мы в основном в составе. Ну, конечно. Да, да. Ну, вообще все работает. Да. И опять же, представьте себе, мы развили Геворга с 68 от 76, и он забил за это время 16 мячей. Симулятор развития Геворга. Пишут? Нет, ну, да. Это я говорю. А, симулятор развития Геворга. Да. Так. Давай. Вчера смотрел матч ЦСКА, чуть не заплакал, когда Акинфеев пропустил. Вчера ЦСКА играл? Да, ну да, да, лига, да, лига же. В лиге? Да, я честно вчера все пропустил. А с кем играл ЦСКА, кстати? Сейчас скажу. Я только я из Лиги... Господи, Лиги Европы. Чемпионат... Как он называется? Лига чемпионов. Господи, да, все уже. Ну, это и есть Лига чемпионов. ЦСКА проиграл в Вольфсбургу 2-0. Ужас, ужас. Не, я только застал концовку матча «Зенита». Довольно весело было. Где Зюба опять забил. Да, ну вот я голы пропустил, а концовку видел. Ну, кстати, у нас первая цель — догнать Зюба по мячам сегодня. У нас сейчас 16 за сезон, а у него что-то чуть больше 20. Угу. Ну, думаю, 20 мы должны сегодня достичь. Угу. Там уже посмотрим. Ну что? Маленький Геворг бежит вперед. Тебя просят поставить камеру прямо. Ну а что не так с камерой? Да, по-моему, хорошо же. Крупно видно Геворга. Я могу сесть поближе, да. Вот, все. Так, я отвлекся. А то я на полэкрана просто. Ничего страшного. Это приемлемо. Так, ну что, Арик Вартандер будет. Я не знаю, когда. Да, спрашивают в последнее время почему-то очень часто. Может быть, будет, посмотрим вполне. Я очень жду, если честно, Крусаут. Я вот Крусаут будет, я думаю, много. Вот. Так что... Геворг получил... Да что, Геворг, как ты мог? Сразу отдал, зачем?
Бежим, бежим. Ах. Я сразу задал то, что меня атаковали. А, финты. Мы тренировались с Федей в начале. Да, финты, так что... да, сейчас будем выпендриваться. Надо только мяч получить. Будет много неудачных финтов. Да, да, да. Людям нравится, что на сбоку нас смотрит камера, но не знаю. Потому что на сбоку они... Там, только я так понимаю, кому-то одному не нравится, не то что все прям. Но это мы не первый раз так камеру уже ставим. Она сбоку, зато она так удобнее и смотреть, да, и на мой взгляд. Да, и мы вообще в целом крупнее с тобой. Федь, где стримы по гонкам? Видишь, уже требует. Ты пообещал же, да. Пообещал, я пообещал, да. Я думаю над этим. Блин, там такие... Да ладно, да, видно, что я подстригся. Да. Видишь, да. А вот если бы мы прямо поставили камеру, не было бы видно. Да, это все ради моей новой прически. Что ты подстригся, да-да-да. И такого, Федь, ты подстригся, надо, надо всем показать. Норм камера, вот кто-то пишет. Ну, вот. Я тоже так думал. И Игорь Кимфеев взял мяч. Надежно. Да, и давайте, ребят, настраиваемся на футбол. Мы болеем за Геворга. И за Игоря Кимфеева. Придумывайте качалки про Геворга, про Кимфеева. Ну, про что угодно, лишь бы они были цензурные и веселые. Так. Как пока матч развивается? Пока никак, как-то я пока еще не... ничего не изобразил, так скажем. Хотя планировал финтить царски. Сейчас попробую. Я буду стараться. Я приложу все усилия. Ну, круто, что на острие. О, о, отлично. Мяч. Да и... зажали бы его. А, я еще и сфалил, типа. Ах ты. Неудача. Ну, карточку, я думаю, не дадут. Так, ладно, продолжим. Геворг. Вперед. Расскажи, что ты думаешь вообще про, про Геворга в будущем? Думаю, что его ждет великая карьера. Он так быстро развивается. Ну, понимаешь, главное, чтобы Реал нас или Барселона взяла к себе. Ну, я думаю, по окончании сезона они оценят наконец. Второе трансферное окно летом, да, открывается, правильно? Мы, к слову, уже пробовали перейти в Реал, но они, ну, они гордо отказались. Да, да, да. Сказали, что мы недостойны вашего величия. Да, потому что мы долгое время были лучше по рейтингам, чем Месси и Роналду, чем Бензема. Вот зачем? Зачем тут радует? Ах ты. В бок надурился. Подожди, подожди, все, смотри, как красиво было. Геворг всех надурил. Зачем радуга? Как зачем? Смотри, как удачно получилось. Нет, так-то круто. Оп. Он такой остался не удел. Вот он только, принял. Понимаешь, он пробить не дал. Он пробить не дал. Угу. Когда я хотел уже бить, он меня толкнул сзади. Привет, игромания. Привет, Тёмик. Я тебя тоже приветствую. Так. Придумай какую-нибудь кричалку про Геворга. Да, да, да. Давно не было кричалок про Геворга. Да. Россыпь кричалок была на прошлом стриме. Я не успел читать тогда. Сейчас, видимо, все футбольные фанаты. Так, по поводу камеры, было бы приятно сделать чуть более приближенность. Телефон очень так себе смотрится. Ну вот мы сделали крупней, ну, благодаря тому, что камеру по-другому поставили. Но в следующий раз попробуем еще крупней. Нифига себе финты там. Да, да. Так, про меня все забыли. Давайте пас вперед. Открывайся. Ой, пожалуйста. Да блин. Пас. Блин, блин, блин. Ну ничего, сейчас ты во втором тайме должен показать красоту. Я не целый будешь? А? Не целый матч будешь? Ну да. Так, ну, по тайму. Давай, по тайму. Так. Давай красную карточку за Геворга. Зачем? Ну, по-моему, желтых не было. Не, желтая, по-моему, один раз было, нет? Но мы играем очень, очень аккуратно, да, мы без каких-то грубостей. Нифига себе финты, да. Геворг умеет. Да, 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 Геворг умеет. Будем его абьюзить, потому что он легко делается.
Привет, игромания, привет, чат, какой сезон уже играете? Это пока что первый, да, сезон. Да, это середина первого сезона, но Георг делает успехи, да. Он большие успехи. Перешел из спортинга в этот... Атлетик. В Атлетик, да. Бильбао. И, опять же, будем очень рады, если придумать Георгу новое прозвище, потому что единственное, до чего дошел чат, как раз это Бильбао Бэггинс. Да, но лучшее, что было придумано. Лучшее. В общем-то, мы согласны, что, наверное, Бильбао не лучший город для клички. Да. Вот тут голкипер. И наше любимое празднование, которое наверняка... Георг. По которому давно пора делать коубы. 28-й. Отлично, да, Гев, конечно. Красоту сделал. 28-й – это минимум голов на сезон. Вратарь, конечно, очень плохо сыграл. Ну, не зря у него 13 номер, я Силен и быстро Акопян, он почти как Д'Артаньян. С левой ноги, кстати, пробил по уходящей траектории вообще, Георг. Ты как царь. Агев бежит вперед к воротам, не приемлет... Что? Не приемлет поворот. Поворот. Мяч, удар. Упал вратарь. Гем забил, он просто царь. Арния Бартл просто. Да. Арик, привет. Привет, Гедилев, Саша. Вот так. Слушай, я очень редко вижу, когда люди в никах пишут свое имя. Вот. Но без цифр. Без цифр, да, и без каких-то усложнений. Спасибо тебе за это, удобно читать. Так, Георг также должен радоваться, когда сдает очередной номер журнала «Игромания». Он радуется, да. А, вы имеете в виду, что он прям так прыгал? Надо кстати, ему сказать, показать вот это вот. Пускай разводится. Потрясающее празднование, да-да-да. Мне понравится. Это будет вообще отличная тема, я думаю. Так, сейчас. Новый мем в интернете. Костига pushes to get on the end of it. Так, ты убежал в офсайд. Да, да. У нас в команде, кстати, хорошая команда, по-моему. Команда довольно хорошая. Я так не помню, кто у нас есть, но кто-то прямо есть. Кто-то. Ну, кроме Акинфеева, естественно, самый царский игрок. Я в тот раз забыл, честно. У нас там еще есть. И паспорт нормально. Бывает. А русских комментаторов здесь нет? Нет, в правой шестокере нет русских. А, слушай, давай поставим. Арабских? Арабских, да, мы давно обещали. Я думаю, призовут Стану и да, не призовут. Да, может быть, кстати, может быть. Давай, надо попробовать. Русских, да, к сожалению, нету, но я думаю, что так как комментаторы вообще в целом, когда долго играешь в любой футбол, они в какой-то момент начинают вымораживать. Вот, потому что поэтому начинают переключать на все вообще возможные языки. Мне кажется, это не так страшно. Ну, я думаю, мы, например, привыкли просто с английскими играть. Я, да, я всю жизнь играл с английскими комментаторами, да, это... И не обращать внимания, ну, там, время. Да. Так что, ну, русский комментатор, не панацея. Главное, чтобы игра была на русском. Да. Наверное. Так. Арик, можешь мне спасибо сказать? За что? По поводу радости Георга при сдаче журнала, кстати, я думаю, будет отлично вообще. Надо будет... О! Надо было делать радугу, понимаешь? Там не принять. Да, мы, может быть, сегодня не весь стрим будем играть за Георга, может, мы еще пару матчей так против друг друга сыграем, все-таки давно уже не играли против друг друга с Федей. Вот. Или в онлайне там посмотрим. Ой. Доходит мячик у нас. Ну, почти, давай. Сможешь. Зачем русские комментаторы, если есть Федя Арик? Да, мы можем сами же комментировать. Да? Так, мы все же не профессиональные комментаторы. Нет? Зато мы можем делать это вживую. Что интересно. А не шаблонные. Да, ведь мы не записанные, мы настоящие. Да? Да. На самом деле две голограммы сидят. Как в Mass Effect. Вот. Ладно, я сейчас буду комментировать. Георг при попытке взять мяч сломал ногу.
Нет, на самом деле не сломал. Кстати, травм не получал Георг, слава богу, у нас еще. Вот. Наверное, он может получить, если совсем будет все плохо. Ну, усталость, в смысле, будет высокая. Ну, так, тренер его умеренно выпускает. Так, а мы играем. Я, кстати, вот пропустил, мы с кем играем-то. Мы играем с Депортиво. Так. Что мне не нравится, в этом клубе очень любят дальние передачи. В нашем, в смысле, новом клубе? Да. Ну, одна из них принесла гол, между прочим. Да. Одна из дальних передач. Их надо уметь делать вовремя, как Дейли Блинд на чемпионате. Это когда Ван Перси забил головой, ты имеешь в виду? Это да. Trust towards the front line. Но я так чувствую, меня заменят, потому что Георг уже выиграл. Ты затрепал Георга, скажем так. Да, мы его вдвоем затрепали. Ты его по пусту случайно не гонял? Георга я гонял в Бладборне. А. Справа там. Ах ты. Ой, опа. Ой, ты жадный какой. Ой, ты жадный. Вратарь вообще дырка, конечно, страшная. То есть, я уже какой я жадный, раз? Зато я ушел от всех. Ну, да, ты ушел, не спорю. Опа, опа. Но тут вот от тебя чуть не отжали. От троих ушел, ты что? Тут чуть не отжали, но удар хороший получился. Жалко, тут уже, видишь, все накрывали. Но я заработал угловой на секундочку. Арик, я заказал майку по твоему совету. А какую ты заказал, кстати, интересно? Что ты говоришь? Я угловой заработал. А, угловой-то да, но толку. Ну, толку. Да, его не использовали. 1-0, 80-я минута. Да, гол Георга приносит пока победу. Ну, хороший удар был. Главное сейчас, чтобы Игорёк не подвел. Но до него, может, и дело не дойдет вообще. До Игорька. Да, похоже, Депортиво не особо. Да. Собирается. Так. Жор, Георг затащит, спроси снова. Пишет, что Жора не верит в Георга. Дело не в Жоре. Дело в том, что он просто бездушная машина. И в него все. Он как русский комментатор, и у него записаны уже все варианты ответа. Поэтому я думаю, что Жора в глубине души, в том месте, где он не может генерировать. То есть там, где он не дает ответов никаких, но есть у него чувство, естественно, что это. То есть искусственный интеллект, который мы создали, он верит в Георга. Вот just почему я это все. Арик, конечно, по Fallout'у Bloodborne круто, я рад. Я рад. Что? Кого меняют? Ну, не нас. Не нас. А, одна замена. Блин, круто, Fallout'у Bloodborne футболки. Это круто. Вот. Так, сейчас, наверное, все будет хорошо. И мне хочется верить, что мы выиграем в этом матче. Но пока к этому все идет. Но вот как-то опасно. Понимаешь, чувствуется некая напряженность в воздухе на 89-й минуте. В компьютерном воздухе, потому что... Да не. Нет, все хорошо. Все. Ты в офсайд, что ли, забежал? Не может быть. Господи, за такой офсайд свистеть не можно. Ты видишь, что Игорёк приуныл, потому что почувствовал на поле нового лидера. Да, я верю, что капитанская повязка скоро нам дадут. Капитанская повязка дадут скоро нам, я думаю. Видишь, что играть в игры на PlayStation 4 теперь называется гонять Георга. Логично, логично. Кстати, не только на PlayStation 4, мы и на Xbox. На боксе ты его не создавал. А, слушай, я хотел... А, мы в Fallout, когда на боксе играли, да, я не создал Георга. Да, действительно, слушай, ты прав. Что видишь, он растворяется. Ну ничего, еще не вечер. К сожалению, Ларри Крофт нельзя создать персонажа, а то бы я создал Георга, естественно. Все, поздравляю. Да. Мы выиграли. Поздравляю нас. А, где народ? Народ, не знаю, гуляет, наверное. Погода, кстати, хорошая. Да. Ну, там холода. Ну, у всех есть шанс еще к нам присоединиться. И придумать кричалку про Георга. Да-да-да. На этом очень радуемся. Иначе мы начнем унывать, как Игорек. Игорек. Нет, сегодня такой... О, мы, кстати... Неплохо. Поднялись, по-моему, ну, да? Ну, задача в четверке быть, я думаю. Слушай, ну, не, меня и... В принципе, меня и...
Лига Европы устроит. А когда она когда по итогам что? Сезона, да? Да, да. То есть это после лета, то есть со следующей осени. Понятно. Так. Кроссплатформенный геворг. Да, да, кроссплатформенный геворг. На ПК точно надо будет где-нибудь создать. О, я знаю, XCOM 2 выйдет, там же можно ага. персонажа, точно. У меня будет. Когда будет, кстати, XCOM 2, надо будет создать всю редакцию, и будет она там. Браво. А, вот, браво. Смотри. Что? Момент радости Геворга был немножко. А, еще. Да, да, да. Начало только, он только руку приподнял, да. Только побежал. Кроссплатформенный Геворг. Это мне нравится. Я гонял, а ты, кстати, ты в Bloodborne играешь, нет? Не, немного. Я в него играл. И мне просто дико не нравится механика Bloodborne, потому что я уважаю лор, то есть мир, который там создан. А чем тебе механика не нравится? Ну там очень много на перекатах завязано. Хуже, чем в Ведьмаке. Нет там перекатов. Что хуже, чем в Ведьмаке? Что? Ты серьезно? Нет, ну это просто не моя тема. Все, я с тобой не дружу. Я тебя не знаю. Нет, но ты мне чужой теперь. Да, без Bloodborne. Нет, на самом деле я его хотел давно пройти, просто все. Ой-ой-ой. Руки не доходят. Давай. Ах ты. Ну, прекрасный передача была. Да, великолепный навес от Георга. Ах ты. От Кихулов поступает предложение. Ну, на самом деле, нас дико не хотел отпускать японский спортинг. Да, они сделали нам еще одно предложение. Конечно, мы там были просто ну, очень, очень крутые в нем. Мы полсезона затащили команду. Мы, будучи в спортинге, мы были в топе бомбардиров чемпионата. На первом месте даже какое-то время. Да, пока нас не начало понижать тренер. Да, пока наш тренер не стал ставить на другую позицию, мы сначала играли на атакующего форварда, вот, потом он нас почему-то поставил центральным форвардом, собственно, ну, как было задумано изначально. Вот. Ну, что-то пошло не так. И команда еще начала сливать, что обидно. Команда в защите очень плохо играла, просто отвратительно. Пропускала все, что вообще могла. Куда же ты назад ты сбрасываешь? Вот, сливала все, что могла, и в итоге получилось, что, ну, очень грустно. Очень грустно получилось, потому что, ну, что бы мы ни делали, в итоге защита просто сливала, даже если мы выигрывали матч, там забивали мы, там, или наши коллеги, то защита просто отвратительно была. Здесь, кстати, все намного лучше. Здесь, во-первых, стоит Игорь Акинфеев, который, ну... Который получше играет, но иногда ошибается. Ну, все ошибаются, все мы люди. Да. Мы кричалку придумать вовсе не можем, но пусть уже мяч будет в сетку положен. Мяч будет положен в сетку, кстати, да. Но один уже положен нашими да. друзьями из Атлетика. Так. Капа. 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 Икиза. Геворг. Чупа-Мотин. А мы играем сейчас. Я опять, кстати. На состав посмотрел. Да, я не отсмотрел. Сокращение ИБР это что у нас? Ибра. Не, ну мы не можем играть с командой. Команда под названием Ибра. Ну. Ой, хорош. Создали команду в честь Ибра. Нормально. Away from immediate danger. Блин. Моменты хорошие, конечно, но не удается забить. А в Бильбао же играют только те, кто родился в Бильбао. Георг Бильбаец или как там их? Ну, что? Я так зачитался, что Георгом перестал управлять. Я тоже не понял, но... Не знаю, играет Игорь Акинфеев и куча игроков со всего мира. Да, что... Бильбайцы. Бильбайцы. Ну да, они, наверное, получают паспорт Бильбайцы. Ну, кого-то, ну, мне теперь нравится. Бильбаец. В следующий раз, когда будем играть за Георга, так и назовемся. Бильбаец и Копян. Да. Георг Бильбаец. Бильбаец и Копян хорошо звучит, кстати, да. Бильбаец и Копян. Да. Баски же. Ну, нет, баски немножко не то. Не, мы, может, мы против басков?
А. Есть? Подожди, вы... я что-то... Я не, честно не посмотрел, что это за клуб. Да-да-да, в общем, позорище. Мы не знаем сокращения этого клуба, к сожалению. Так, ну вот это финты от Гибон. Нет. Надо было делать радугу. Молодое дарование Бильбао заиграло с мячом и потеряло его. Вот Георг опять с мячом, он прорывается к воротам. Куда? Ну, я решил пробить, но там, да, конечно, не очень удачная позиция. Я, кстати, измотал бедного Георгия. Прости. Уже? Прости, Федя. Уже? Все. Бильбайчанин мне нравится вариант. Забудь про Иродин совсем. Ну, там надо было бегать, типа... Понятно, дождь бегать тяжелее. Не испанская это погода. Все, измотался. Не знаю. Так. Я бы не сказал, что вот эти играют только баски. Ну да, да, странно, да. Но... Я думаю, что имеют в виду, что баскийский клуб, но ок. Понятно. Мы говорим про тех, против кого мы играем. Вот это я не очень. Кто там играет? Этого не знаю. Ну, в менюшку войди, там будет полный. Нет, так неинтересно, понимаешь, надо... Слава богу, офсайд. Нет, да. Иначе будет было бы. Баскский сурок предлагают. Баскский сурок? Тихонский лис, баскский сурок. Георг нравится? Ну, под его позицию на троне, может быть, подойдет. Про его хитрый план. Сурка. Да, как захватить мир. Так. Чупа-Мотинг прорывается вперед. Чупа-Мотинг где играет? Хотя тут же, да, тут же. Был же, был в прошлом году, может. А, ну, блин, да, тут же внутренние трансферы. Да, так что... Неважно, кто где играл раньше, да. Сакин Фейф играет. В Атлетико Бильбао, что то все может случиться. 47 минуты, кстати, пора свистеть уже. Да, ты меня оставил сын твой. Ну, сейчас, я надеюсь, восстановится. Надеюсь, восстановится. Эйбар, господи. Эйбар. Я потому что даже эмблему не смотрел, и даже клуб-то этот, не знаю, мне кажется, я ни одной игры из эйбарской команды не видел. Не так давно поднялся из второй лиги, так что. Да? Да. А, то есть ты знаешь их? Да. Следишь за их успехами? Нет. Так, проверь схему. Сейчас посмотрим, кого сыграет. В Атлетико играют только баски. Единственное исключение сделано для тренеров. Большинство из них. Ну, извините, если я не знаю историю этого клуба, может быть, да, я... Ну, как мы видим, это не так. Ну, здесь это не так, это да, у нас футбол. У нас своя реальность со своими басками. Своим Игорем Акинфеевым и Георгом Акопяном в одной команде. Георг, кстати, забыл сказать, что с ним играет Акинфеев, играет. Мне кажется, он порадуется. Про зарплату ему сейчас скажу. Да. Куда? Бей! Ах ты. Не успевал. Но было шикарно. Ну, что-то второй матч уже грустненький получается. Все по одному мячу. Но мы надеемся, и болеем. Поболейте вы с нами, придумайте парочку новых кричалок. Yeah! Ну, Игорь! Ну, вот. Игорь Акинфеев опозорил Атлетик. Ну, он, кстати, не так часто пропускает. Надо было Захара делать, он бы на реактивной тяге под спиной пролетел бы с мячом сразу в ворота.
Кстати, хорошая идея. Надо создать команду вообще игромании, знаешь, там, Геворг, Захаром. Захара на какую позицию поставит? В виде тренеров, а? Захара на какую позицию поставит? Захара? Слушай, ну раз он на реактивной тяге, то, наверное, фланговый должен быть. Фланговый какой-нибудь, либо нападающий, либо полузащитник. Я бы его поставил в защиту, либо напорник. Почему? Потому что он высокий. Нет, ты мыслишь не теми, как ты думаешь, ты мыслишь по футбольному, а я бы его... А я... Мемесами надо мыслить. А, окей. Ну, да, я центр форварда, как Крауч. Ладно, я опять Так, тут команда не соответствует реальным. Тут дело не в соответствии команд реальным, а дело в том, что так как это режим, вот этот режим стал легендой, тут ну, и, трансфер между... То есть изначально команда с нормальными составами, просто потом открывается трансферное окно, как сказать... Искусственный интеллект сам делает трансфер между командами. Это внутренний трансфер в режиме. И в том числе вот Геворг тоже участвует. Ох, ты промахнулся почти. Не хватает роста. Уже в офсайде. Далее. Ну, в плане состава все равно у Песа была проблема с тем, что они были неактуальны, когда он вышел. Они были на момент где-то весны. Хотя все, тебя убрали. Да, в общем, Геворг убрали. Я буду еще считать. Да. Вот. Пам-пам-пам, что я хотел. Что ты хотел? Я хотел открыть окно, очень душно. Да, я пока почитаю. Quite a run, and he's not done yet. Да, друзья, я уже, наверное, 10 раз повторю, придумывайте кричалки, а то футбол у нас грустный сегодня получается пока что. Да, без кричалок футбол не футбол. А, я еще второй джойстик хотел взять, чтобы играть. А, давай. Захар, стоя на воротах, выбивал... Что? Захар, стоя на воротах, выбивал с ворот до ворот. Ну... Я не верю. Я не думаю, что Захар сможет. Мне кажется, Захар бьет... он хорошо бегает, но плохо бьет. Плохо бьет. Да. Это ты турнила поделяешь? Если хотите сделать команду игроками, то пусть все их лица будут пикселями. Но поскольку вот пиксели... Не пиксели, а воксели, то пора сыграть самую первую фифу. Самую первую. Кстати, когда вышли первые симуляторы футбола, мне кажется, это... Ну, Песу 20 лет исполнилось. 20 или 25? В этом году 20. Что он вышел. Вообще, раньше, я помню, было много, ну, то есть немного, но несколько футбольных симуляторов. UEFA что-то, Cup, там еще что-то. Слушай, постоянно уходили какие-нибудь по несколько симуляторов, посвященных там, чемпионату мира. Постоянно, да. Сейчас вообще перестали выпускать, видимо, все, сдались. Но остались главные акулы. Ну да, остались, собственно, осталось, по сути, две игры. Еще был FIFA Street, кстати, на который тоже в итоге загнулся. Не, он выходит время от времени. Ну, очень редко. Гол. Да, хоть выиграет наш. Да, ладно. Петь, будешь стремить гонки, будем придумывать кричалки. Про гонки? Ой, я не знаю, что можно придумать. Давайте. Кстати, вопрос такой. Хотите ли вы, друзья, стрим по Beyond Two Souls? Вот такой вот интересный вопрос. Потому что мы не можем определиться, нужен он или нет. Потому что игра-то, конечно, очень красивая. Вот. Но спорная. Вот в чем вопрос. Хотя там есть кооператив, конечно. Вот, да. В кооперативе все веселей. Нужно девушку пригласить, чтобы она с планшета. Просто с планшета. Там же можно играть с... Ну, там джойстика. Нет, там можно было... Там вдвоем джойстика можно. Я не знаю, позже была фича на PlayStation 3, что мог включить на свой смартфон или... Или планшет, и, собственно, играть за этого призрака. Была такая гладкая фича. Я понял, почему я про нее не помню, потому что можно было с просто обычным джойстиком играть, необходимости не было. Так, да, хотим. А хотим Стаси? Нет. War Thunder давай. Ну, почти Beyond Two Souls, да. Хорошо, что танцы не скажешь. Да, хотим только без кучи твоего негатива, Арик.
смысле, негатива. Какой негатив? Просто мне кажется, что она, например, не такая интересная, как Heavy Rain, скажем так. Ну, тут есть такой момент. Вот. Но при этом игры Кейджа очень нравятся сторонним людям, сторонним от игр, и да, этим да, они да. хороши. А, ну, собственно, ты почти не поиграл, да? Ну, давай. Да, да. О, кубок сейчас был. Кстати, мы вылетели за Хихонский Спортинг. Но вернулись. Из кубка, да, но Атлетики... О, нам, смотри, что нам предстоит. Две игры подряд. Две Барсы. А? Две Барсы. Две Барсы подряд. Что, каждому по игре или как? Ну, думаю, можно. О, Роналдо вырвался на первое место, смотри, в бомбардирах. Да. Роналдо и Бензема. Ну, теперь понятно, почему они нас не позвали. Но я думаю, что во всем виноват наш тренер. Армянский форвард Акопян был известный грубиян. Вратари его боялись и с голами не справлялись. Вот это грубо. Неплохо, неплохо, да. Турнир по Just Dance, это нормально. Just Dance? На Новый год. Нет? Ян Кузовлев тоже на нем выиграл. Он круто танцует? А он круто танцует и поет вообще, он человек-оркестр. Скажешь мнение по последней Формуле 1, кстати, спрашиваю. Последней Формуле 1? Welcome. Да. Я думаю, сейчас я доиграю тайм и расскажу про Формулу. Надеюсь, вы за это время не уйдете. Главное, сам не забудь. Не, я это не забуду. Просто мы договорились не так много говорить про гонки, так сейчас футбол. Ну, все же. Не, можно про гонки пугать. Сегодня не очень много комментов, не очень много, так сказать, желающих смотреть на путешествие Геворга, в отличие от прошлых разов. Я думаю, можно и про гонки. Все насмотрелись Лиги Чемпионов. Да. Никто не верит. Да, никто не верит в Акопяна, кроме самых стойких зрителей. Петь, сможешь? Так, да, сейчас про мнение. Что чемпионат по Just Dance это было бы эпично, говорят люди. Ну посмотрим, может быть. Может быть, когда-нибудь. Вот, по поводу Beyond Two Souls, я думаю, что мы тогда с Захаром пытаемся постримить. А в принципе, она же небольшая. Ты проходил ее? Да. Сколько там часов? Не больше 10-12. Я просто думал, смысл ли ее на стримах есть и проходить, но... Нет, ну, будет, конечно, не Fallout. Не, ну извини, одно дело 10 часов постримить, да-да, другое дело Fallout, это, конечно, бесконечно. Мне кажется, что проходить его на стримах, ну, с полным эксплорингом, это, конечно, действительно часов на 100 как минимум. Хотя мне тут писали в комментариях, что люди проходили довольно быстро. Вот, типа часов за 30-40 со всеми сайт-квестами. Да, да, нет, со своей компанией он проходит за... Не, ну типа с сайт-квестами причем. Но понимаешь, в чем прикол? Я даже думаю, я вот сейчас играю на выживание в него, но я понял, что выживание, он такой, знаешь, он... Ты в Нью-Вегасе знаешь, да, ты же в Нью-Вегасе? Да, да. Вот там надо было пить воду, есть еду и так далее. Мне это очень нравилось, кстати. Мне тоже очень нравилось, я понимаю, что это все очень... картонно, так скажем, дело не в реализме, просто это забавное и такое, знаешь, легкое выживание есть. А тут вообще этого нету, то есть ты тут... Ой, почти. Да, тут ты как бы просто хард и все, такое, знаешь, ну то есть где нужно... Поэтому я спокойно остаюсь на новом. Да, ну то есть где просто усложнены боссы. Хард тебя убивает комарики с одного укуса. Да, комарики, ну не с одного укуса, но легко. Тем более с 10 интеллекта я играю. И с выживанием 3, выносливость. И, конечно, совсем тяжко. Вот. Но тем не менее, да что ж, до тебя чуть-чуть не долетает все время. Вот да. Я вот теперь в раздумьях, может быть, действительно переключить на... Да я даже не увидел, что он пришел. Да я так понял, да. Во все добежал. Ой. Так. Кстати, Арик, пожалуйста, объясни человеку, почему все без ума от Фаренгейта. А какому человеку объяснить? Тебе? Я не знаю. Я, кстати... В смысле, объяснить человеку, имеете в виду себя под человеком. Если вы о себе, то могу вам, в принципе, объяснить, это несложно. Фаренгейт очень... Мне нравится Фаренгейт, я не могу говорить за других. Мне нравится он, как ни странно, сценарием.
Потому что он настолько бессмысленный и беспощадный, что... То есть в какой-то момент ты начинаешь понимать, что происходит такое безумие. Вот как... Я за это же люблю Lost, например, сериал. То есть я не отношусь к этому серьезно, прям такой, там, прям философия какая-то. Нет, я смотрю это как на исключительно развлекательные, как развлекательные истории, они просто великолепны. Что так. Потому что заставляют кучу фана, и ты никогда не знаешь, что произойдет дальше, благодаря тому, что вообще у людей нет никаких пределов в придумывании, что будет происходить. В Берингете примерно то же самое происходит. Безумие, не хочу просто спойлерить, если будете играть, но там очень круто. Просто недавно вышел ремастер, многие могут еще не прошли. И вот Фаренгейт спойлить я не хочу, но он действительно очень хорош. Одна из моих любимых игр Дэвида Кейджа, больше даже, чем Heavy Rain, мне нравится. Вот. Я надеюсь, что новая игра будет ближе к нему. Но там очень интересный такой напряженный сюжет, скажем так. Триллер, я бы даже сказал. Вот мы даже вчера утром с Георгом на утренней передаче обсуждали это. Ну и, кстати, у Кейджа хорошо получается детективы. На удивление. Да. Что Фаренгейт, что Heavy Rain были детективами разных планов, но оба были крутые. Геф вчера об этом говорил, что, возможно, поэтому в этом секрет. То есть поэтому они получились настолько интересными, в отличие от Бионда. И, а что ты не отменил-то? Нажал на удар и бежал. У тебя же полоска была, не надо отменить. Не заметил, ладно. Не мой матч. Надо готовиться к Барселоне. Все просто, Фаренгейт шикарен. Он написал галстук. Да. Ну, если говорить просто... Если коротко, да, Фаренгейт шикарен. Вот, и это была далеко, конечно, не первая игра... Кейджа? Нет. Ну, Кейдж не первый, и не первая кинематографичная такая игра с упором на ролики. И... Ну, с не очень сложным геймплеем, а скорее вот во главу угла стоит история, нарратив. Просто до этого еще была с очень крутыми QTE Shenmue. Ну, естественно. Если знаешь такую игру, я сейчас сказал, то... Конечно. Я даже в нее немного играл на Dreamcast'е. До сих пор где-то Dreamcast пилится дома. Я все мечтаю себе найти на Авито Dreamcast и допройти. Слушай, зачем? Ремастер же будет вроде бы. Да. Не знаю, появится ли он. Плюс на Xbox уже есть Shenmue. Вторая, первая разве нету? Да, есть вторая. Ну вот должен же быть ремастер, поэтому я думал, что можешь не заморачиваться уже. Ну и прям если тебе очень хочется именно на Dreamcast, то ну в конце концов я могу тебе дать Dreamcast. Только я не знаю, что ему у меня вообще, или я уже отдал его давно. Если что, обсудим. Фаренгейт стал родоначальником массового интерактивного кино. Вот не совсем правда. Он, может быть, его чуть более популяризировал, но он далеко не был родоначальником. Привет, Федор, привет, Алик. Смотрю ваш стрим на работе, стараюсь стрим по PES, в принципе, не пропускать. Турнир по PES не планируется, если чем там. У нас недавно по FIFA был. У нас недавно был по FIFA, по PES, может быть, в будущем. Уже, я думаю, сейчас делать поздновато турнир по PES, потому что прошло полгода уже почти, ой, не полгода, но несколько месяцев, три месяца где-то с релиза, четыре, три или четыре, кстати, октябрь, ноябрь, да, третий, почему-то я начал больше. Ой, Игорь, ой-ой-ой, очень плохо. Прошло несколько месяцев, уже не так актуально, я думаю, что в следующем году вполне возможно. Но так или иначе, PES мы будем еще стримить по турниру, да. Не в обозримом будущем. По-любому, во-первых, будем стримить, когда чемпионат будет, ближе к лету. Потому что можно будет вообще развлекаться всячески, типа матчи, прогнозы и так далее, как любят делать. В интернете.
Да, в интернете, скажем так. Ну, FIFA-блогеры и так далее. Не только. Ах ты. Но ведь вы обещали турнир по Майнкрафту. Турнир по Майнкрафту будет, все будет. На следующей неделе, друзья, неделя Майнкрафта. Да, я вчера... Это не сарказм. Это сарказм, безусловно, потому что вчера я об этом пошутил, мне серьезно люди спрашивают, что правда будет турнир. А как вы будете судить турнир по Майнкрафту? По каким критериям и так далее? Так вот, я не забыл про Формулу-1 этого года. И с ней нужно понимать такую вещь. Кодмастер сейчас идет очень правильным путем, он возвращается к симуляции, к тому, какими они были где-то в начале 2000-х, когда был дико крутой и хардкорный Коль Макрей ралли. Серия, ну, чуть менее. Ну, да. Вот это отлично, отлично. Пас хороший был. И Геворг со своим праздновым, великолепным просто. Геворг Акопян. И только раздрайвер. Да, извини, да. Тебя прервал. В двух словах. Игры Codemasters стали хардкорнее, стали эстичнее, но проблема... А, извини, я понял, что проблема. Это про поводу турнира по PES спрашивал Гена Галкин. Это он написал, что я просто не всегда, так сказать, читаю ник, и не всегда, ну, у меня ассоциируется с реальными людьми. Это Геннадий, который в турнире участвовал, он спрашивал, да, и пишет как раз об этом, да. И вот в двух словах, завершая Формулу-1, в этом году сделали Codemasters, они совместили два предыдущих сезона, так как они пропустили, да. И они затянули с переходом нового поколения и решили сразу впихнуть два сезона в игру. Но при этом в новом поколении Формула потеряла очень много крутых режимов, которые они были. У них были, к примеру, режимы, где можно было кататься на классических формулах болидов, там, из 80-х, 90-х, там, был болид Сенны. И много-много других режимов, к примеру, крутые испытания. И до сих пор, знаете, если... У вас есть третий PlayStation, или любите играть в формулу на ПК с рулем. До сих пор лучше с формулы 2013 года. Без... А выглядит она как достойно? Выглядит она достойно. То есть это не high-end изображение. Но чисто по геймплею, чисто как опыт от Формулы 1 лучший до сих пор в 2013 году, если вы не привязаны, конечно, к реальным чемпионатом. Но если вам хочется именно играть за команду в тех составах, которые сейчас, то вы можете вполне с неожиданной стороны открыть для себя Формулу-1 этого года. Захар, ты можешь говорить, Грэм? Да. Да, да. А, табличку я снял, да-да-да. Ну, я могу к тебе подойти сейчас, через минуту. Если подождешь. Отлично. Отыгрались. Да, отыгрались. Наш Георг невредим, он всегда номер один, хоть в Атлетике, хоть в Барсе, он на поле самый классный. Отлично. Жалко, он Георг. Вот если бы сейчас Георг что-то забил, вообще было бы прекрасно. Но он забил, да? Да, да. Вот, а, собственно, Ген написал сейчас. Ген написал, он... Приурочить турнир по PES к чемпионату Европы было бы классно. Кстати, вот мысль хорошая. Да. Посмотрим. Ну, футбола обязательно будет много летом. Летом будет много футбола. Там мы никуда не денемся, мы будем стримить. Тем более, говоря о PES, у него сейчас находится у Konami лицензия на этот Евро. Да, на этот Евро наверняка будет какое-то обновление или что-то еще с этим связанное. Либо будет обновление, либо думаешь, вообще отдельно? Отдельная часть, как делала FIFA всегда. Почему? В прошлом году, то есть когда был чемпионат мира... А что, чемпионат мира была? Не было отдельной части. Была. Вот чемпионат мира, отдельная часть FIFA, чисто со всеми командами, там, всеми игроками. Это был режим отдельный просто. Нет, это было по золотому чемпионате, они делали обновление. Когда был прошлый чемпионат Европы, они просто обновление делали, и я думал, ну, наконец-то они перестанут делать отдельные игры каждому чемпионату, но... Ах ты, Георг! Георг! Сейчас ты его раздавишь. Смотри, как я.
вообще круто. Радуга не очень удачно получилась, но тем не менее. Да. Наш Гиверс забьет сегодня и потом получит форт. От тренера, возможно, в раздевалке. Вы нам не показывают, что делает тренер с игроками, может быть, там происходит реально угар. Я думаю, не стоит развивать эту мысль. Ну, я, собственно, поставил точку. Так. Атлетико Бильбао чудом отыгрался, проигрывая 1-0 из-за ошибки Игоря Тимфеева, и он продолжает атаковать. Мяч у Атлетико, они идут вперед. Кто-нибудь отдаст мяч на Георга или нет? Ну, я жду. Атлетико играет в пас. Пас. Вот. Ой, хорош. Длинная передача стиля Атлетико. Не, ну я забросил все честно. Я забросил. Да. А, ты забросил? Да. Ну, просто не без этого не пытался. Угу. Бразильская была, слушай, я и забыл. Да, да, да. А она чем-то отличалась вообще? Отличалась, какой-то отдельная часть просто. Не, я имею в виду, или по геймплею все то же самое. По геймплею все то же самое, но ты мог взять условную команду, которая не прошла, но ее вывести. А там только чемпионат был, да? И все. Да, чемпионат, ну, плюс потому что я помню, в режиме Ultimate Team была отдельная. Там отдельный Ultimate Team. Был отдельный Ultimate Team про Бразилию. Но он был в рамках FIFA со мной. Нет, в рамках FIFA это было. Я забыл, было ли это в рамках отдельного выпуска. Была ли там Ultimate Team. Вот, а по поводу Pro Evolution, я не помню. По-моему, они, собственно, когда был чемпионат мира, тогда была не самая удачная, не самый удачный PES был. Да, но еще поэтому... момент в том, что лицензия это была у FIFA много лет. Ну, на чемпионат мира, по крайней мере, была у FIFA. Вот на этот турнир. Так, ну что, мы уже сколько голов забили? 18. Что лучше, небритая борода, небритая голова или бритая борода? Борода и небритая голова. То есть Арик против Фёдора. Ну, как видите, кажется, предпочитает свой стиль. Да, во-во-во, мой любимый стоп-кадр, великолепный просто. Сними, не знаю, надо в следующий раз снять скриншотик. Да, да, да. О, Акинфеев, смотри. Никто не может предсказать исход матча. Это он злой, поскольку пропустил мяч. Скорее всего, да. Так, Барса, ну что, ты Барса. Начинаешь? Я начинаю? Ну да, вроде. Ну по. А, ну давай, давай. Латаем. Мне страшно. С Барсы, да, последний раз мы Барсе поиграли 4-1, что ли. Ну что-то там жесть какая-то была. Летит наш Георг по полю с мячом, ведь даже Йозефка ему нипочем, да. Кто ему нипочем? Йозефка, ну из Бладборна. Я тебе рассказывал или нет? У меня была эпопея, я убивал. Я пришел к NPC, Йозефка в Бладборне, она говорит, уходи, не подходи типа, ко мне, иначе я тебя убью. Ага. Я не послушался, подошел к ней, она на меня напала. Я несколько часов пытался ее убить. Несколько то есть несколько попыток. Ну, с NPC очень сложно. Нет, на стриме был? Да, ну я вечером стримил из дома, когда уже играл, и это просто какая-то эпопея была, реально. То есть, я что только не пробовал. Она еще потом в какой-то момент начинает лечиться и такой, блин, я почти убил, она лечится и так далее. Ну, жесть, ну то есть. Но я ее заборол. Это было эпично. Ну, всегда круто вот так вот побеждать. Да. Ты долго не можешь. Потом в финале. Все же окажешься. В дополнении Bloodborne там новый босс такой, что его никто не может убить. Ну, может убить, но нет, ну может убить, естественно, но кто из моих знакомых пока не убил. Вот. Ну, то есть при мне на моих глазах убил один чувак, когда я ему пришел на помощь, ну, пришел помогать, и мы его завалили. А когда я призывал людей, мы не могли его завалить. Очень такая очень сложная ситуация. Да. Так. Ну, вот это одна из причин, по которой я не играю. Не Souls любишь страдания просто, да, я понял, не любишь. Мне хватает страдания в гонках, когда я вот, не знаю, приехал в Gran Turismo, на нем был твинк, и не могу пройти с нужным временем, там, не знаю, часа три. Я же не могу уйти, пока я не пройду. Вот это моя. Машина бы меня. Колеса мне хочется на этой машине. Ну, может, это вообще невозможно? Или в итоге получается все? Не, в итоге все получается. Просто иногда бывает, что ты просто...
застрял ты, ну, грубо говоря, в одной гонке и проходишь лицензию, потому что Гран-Турин, там же, помнишь, есть... Атлетик мог забить Барселоне. Сейчас, еще не вечер. Подожди, еще не вечер. Да блин, вообще. Вот это удар! Как Атлетик не слышит, я не понял. Кричалки еще в моде, да, кричалки да, в моде, но вот это очень круто. Мы радуемся, просто мы сейчас... Браво же стоит, да, сейчас? Да, браво. В Барсе. Браво. Ну, браво. Он там, конечно, дотягивался, но удар потрясающий. Вот. Так что у нас предстоит два напряженных матча, друзья, поддерживайте, пожалуйста, Атлетик. А почему все не подряд играют? Один кубковый, что ли, из них? Да, похоже, да. А какой из них? Либо это середина сезона. А, ну да, это середина сезона, да, кстати. Может быть. Да-да-да, это же середина сезона, трансферное окно как раз закрылось. Так. Спрашивают, когда будет Bloodborne еще. Возможно, сегодня вечерком посмотрим. Возможно, даже ко мне Джек Шепард подключится, если вчера общались на эту тему. Он тоже не может убить этого босса несчастного. Но объединитесь, что ли? Ну да, там, ну, там сложности есть большие. Серджио Рамос. Не дают Георгу мяч. Рамос. Неймар. В общем, жесть какая-то. Бускетс. Георг шел в атаку. Бускетса. Давай, Атлетик давай. Почти отобрал да, мяч. Почти. Почти. И это супер-пупер матч за Кубок Испании. Сегодня Атлетик сразится с Барселоной. Месси против Георга. Сейчас такой гол упустил. Они. Так, навешивай. Но мы не сдадимся, давай. Ибо комментатор не этого матча. Не этого матча. Да ну, что? Не все я понял, но круто. В духе наших комментаторов. Реально. Дайте кидок вперед. Неудачный пас. Очень неудачный пас. Очень-очень неудачный пас. Откуда тут Серхио Рамос? Ну, тут же происходят внутренние трансферы в турнире, так что... А он сейчас где, кстати? Ну, я так понимаю, он здесь. В смысле, а в чем тогда? В Барселоне. Ну, Рамос, наверное, не в Барселоне играет. Так я говорю, а где он в Реале сейчас играет? Потому что я... Где? За... В Реале? В Реале Рамос играет, да? Я вот так просто удивляюсь, что я не слежу за испанским. Да. Но он всю жизнь в Реале играл. Ну, хорошо, я всю жизнь не следил за испанским чемпионатом. Так. Ага. Она Месси забил пока, да, и все. Гена пишет, да, что знаете вы или нет, собственно, об этом да, раньше писали, что вы играете за клуб, за который в реальной жизни могут играть только баски или вы те, кто имеет баскское гражданство, клуб за Атлетик. В то время играл защитник сборной Франции Венсан Лизарадю, который родился в французской Басконии и мог играть за Атлетик. Вот так вот. Вот так. Ну, простите, я не знал истории этого клуба. Ты наказан. Пипец предатель Серега. Почему предатель? А, Серега Рамос? Да. Ну, хотя да, он как Дзюба. Как Дзюба. Слушай, был еще такой Владимир Быстров, который пришел в Спартак. Ой, сейчас гол. Который пришел в Спартак, когда в Зинчеве проблемы. Кто ушел из Спартака, когда проблема закончилась. В общем, да, я думаю, что предателя называть это громко. Это все-таки да. Работа. Но это работа, но там из-за многих тонкостей фанаты Спартака ненавидят Дзюбу. Ну понятно, фанаты Спартака ненавидят Дзюбу. Я так понимаю, воспитанник же, да? Да, он воспитанник Спартака. Ну, у Спартака, знаешь, какая главная боль вообще? Что у них отличная школа, у них куча молодежи, она вот каждый год там новые таланты появляются, но очень часто они просто... Уходят? Да. А, Спартака Дзюба уходит. Не первый. Да, Дзюба не первый, и если так начать читать, то пол чемпионата, в общем-то, из игроков Спартака состоит. То есть не есть Динамо, особенно много блока игроков Спартака. И, в общем, в этом, да, главная боль, что молодежь
Да, в Спартаке не задерживается, выходит там чемпионат. Что, мы с тобой целиком матч будем играть или по тайму? Хорошо, я тогда сейчас как раз отойду на одну минуту. Захар, дойду, он что-то хотел. Да, я постараюсь успевать и читать комментарии и играть. Так. Ну что, друзья, попробуем отыграть этот несчастный 1-0 Барселоны. Я думаю, это не составит проблем нашему Геворгу. Сейчас он прорывается. Мне должен дать пас. Отличный мог быть удар. Отличный, отличный. Но нет. Джон Флинн, да, я вижу ваш комментарий, но он слишком длинный, чтобы его сейчас прочитать. Может быть, Арик вернется и откомментирует его суперски. Так, Барселона идет вперед. Бускетс, Туре, Иньеста. Бускетс. Они опять начали играть со своей перепасовкой. Ну, ребята, атакуйте, атакуйте. Если Барселона пойдет вперед, я думаю, не сдобровать Атлетику. Уже один гол не пропустили. Офсайд? Сайд. Так. И мы продолжаем кубковый матч Барселоны против Атлетика. Пас на Геворга. А? Пас на Геворга? Да, пас на Геворга, мы идем в атаку. Давай, там так. Большой комментарий один. Неплохой. Я, блин, вернулся, я новый комментатор. Сейчас вместе за... Это и про это? Ну да. Так, гол шикарен, но для Атлетика это, ну, очень плохо. Короче, я пойду за кофе, ведь у меня за окном снег в километре. Вот такой вот экспромт от комментатора Джона Флинта, номер 49. Я думаю, опасно. Да, но Игорь, Игорь на месте. Да, Игорь, Игорь на месте. Молодец. В отличие от прошлого раза, когда он пропустил мяч. Азос. Так, нет. Нет, ты мяч не доходит. На какой платформе играете? Играем на PlayStation 4. Вот. Но принципиальной разницы с платформы нет, кроме ПК, естественно. Там с ПК какие-то проблемы были на старте. Но да, вроде до как сих пор по... проблемы до сих пор, да? С ПК. Ну просто там он намного хуже выглядит. PES, и он забагованный, и я не знаю. Что... Мне казалось, уже все пофиксили. А вот я не знаю, пофиксили или нет, я честно не сильно в ситуации. Кто-то мне писал, что вроде как пофиксили. Но на старте это был реально позор. Вот. Так что, если вы собирались брать... PES на компьютере, ну, перестрахуйтесь, поиграйте в новую версию. Благо, она есть на всех платформах. Так. Добрый день всем. Привет. Геворг, ну, уходи. За что? Тренер. Ну, нормально, ты поиграл большую часть матча. А, тайма, точнее. 15 минут? Да. Нет, не больше, это 3. Господи, Акинфеев хоть спас. Но ты не, ты не забил Барселону, как и я, матч, да. Начну. Следующий матч, да. Ну, тоже с Барселоны, кстати, я так понимаю, это будет опять, это все-таки не кубок, по-моему, кубок, потому что на следующей неделе. Геворга Барса не пугает, и мячей он наклепает. Барса сегодня получит урок, атаку идет... Баскский Сурок. Да. Вот. Ну, я вижу, Баскский Сурок все же закрепился, как проще, Геворг. Да. К сожалению, Геворг, если только забьет, то со скамейки запасных, да. Потому что не удалось Геворгу Акопяну. Потому что он душа команды. Он душа, он маскот, да, он там бегает. Давайте, парни, вперед. Вот так вот бегает. Да, 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 да. По кромке поля. Вы просто не видите, у нас экран чуть больше, чем на стриме. Мы видим за пределами пространства и времени. Между тем, Атлетик тихо пытается очень быстро играть, да, смотри, как быстро бегают. Да, это футбол будущего, все да, на да, стимуляторах. Да, да, да. На психу. На психу, да, да, да. Вот так бы выглядел футбол в Fallout, например. Да. Ох, Месси, чуть второй не забил.
Well, I suspect there have been a few nails chewed off during that attack. How they survived, там, кстати, I'm not quite so sure. Есть чувачок. О, да! Офигеть, я просто... Вот я не ожидал. Это может быть интересно. Я думаю, если мы пройдем Барселону, это уже удача. Сегодня. Будет же второй матч против Барсы, так что у Геворга есть еще шанс. Да, у Геворга есть еще шанс, надеюсь. Да, я выгружусь по полной. Красивый гол получился, между прочим. Очень, очень красивый. Да, жаль, что не Геворга. Да, жаль, что, да, Геворга. Ну, прям вообще. Ну, Браво вообще был без сил. Арик, раз ты упомянул про Фолыч, что когда Фолыч? Не знаю, не скоро, потому что пора сделать перерыв от Fallout'а. Есть Bloodborne, и еще надо пройти Metal Gear. Я думаю, что пора. Время пришло. Будут новогодние каникулы. Ну, да, да, да. Все? Да, нет, я... А, ты же, да, ты же начинаешь следующий. 1-1 с Барсой, неплохо. Да? Учитывая вообще ситуацию, что... Сейчас они... Они первые. Жалко, мы, конечно, не выиграли. Жалко. 1-1 пока. Кубок Испании. Реал, я Реал выиграл. Реал убили Реала. Прикольно. А, подожди. Вот сейчас будет кубок, получается. Нет, да? Это был кубок. Это был кубок. Да, вот видишь. И мы выиграли... Подожди, получается, мы выиграли 7... Нет, мы выиграли у Эска. Потом... Мы играли с... А, сейчас будет с кубок. С Гранадой, сейчас, да, будет кубок, да, с Барселоной. Все, да. Соберись, Федь, соберись, ну собираюсь, реально. Собираюсь. Соберись. Надо выиграть в Барселону, надо затащить. И потом еще. Подожди, Что? И был тоже кубковая игра. Их же по две. Проходит. Ну, мы уже другую команду. Нет, была только что кубковая игра. Да, еще. И сейчас. Да. Два матча. Да, по да, сумме. Да. Все, я тупанул. По сумме, да, 1-1 первый матч, это хорошо. Это мы играли дома, да, кажется? Сейчас мы в гостях. А... Если не ошибаюсь. Не, по-моему, сейчас дома. Сейчас дома? Сейчас посмотрим. Ну, когда слева дом. Лево дом. Арик, ты за сколько часов Bloodborne прошел? За 60 дней. Да, да, вот сейчас сколько раз дома. Умирал? Ты умирал? Ну, ладно. Так. Да ладно, я не в составе. Ну, беда, беда. Не поиграть мне против Барса. Значит, я буду тащить. Ты будешь тащить, да. Будем надеяться, что кого-нибудь из наших травмируют сейчас. Да нет, я думаю, Геворг обязан выпустить в фронтане. Ну да, но кого-нибудь сейчас травмируют, может, его сразу выпустят. Нет, он как... Про что сегодня будет игромания Женита? Про игровые сценарии, про писателей, пишущих игровые сценарии. Будет интересный выпуск. Рано прачет будет. Да, почти. Мы ей позвоним. Ну а что, есть скайп? Можно дозвониться. Ну, нет, не шанс. Выполнение уже прошел. Нет, дошел до первого босса, он меня наказывает. Приходится фармить, качать здоровье. Потому что я здоровье не качал почти. Ну что, напряженный матч. Японский спортинг. Ой, что? Японский спортинг, да. Атлетика. Против Барселоны. Да-да-да. Пока что противостояние 1-1, и от этого матча зависит исход через финал. Я думаю, что Геворга... припасли реально, скажем, запасных, чтобы он вышел. Я надеюсь, что нам не забьют, да. Просто надо не пропустить. Кстати, если мы не пропустим, если будет 0-0, то будут пенальти, да? Должно быть. Если кухня действует правило гостевого гола. Но судя по всему, так как в скобочках 1-1, то, наверное... Ну ты на карт. Надо 1-1, значит, как минимум, чтобы были пенальти. Если будет 1-1, то будет финальный. Надо дубль забивать, да. Ну тут, конечно. А, свои же помещали Игоря Пенфееву. Я хотел перемотать. А, да. Да. Пригласительные игровые жнета, они специально сядьте вдвоем с Геворгом, сможете обсудить захват мира армянской диаспоры. Да. Вот, а наших чуть-чуть не хватает. Ну вот так же спасали. Терштеген, кстати, на воротах. Теперь. Заметил? Mm-hmm. Стоял раньше Брау стоял, сейчас Терштеген. Да, Терштеген. Ну, меняют. Yeah. Они подумали, что Брау их подвел. Ну, вообще он их подвел, да. Товарищ Ари.
нравится вращение. Товарищ Арик, почти. Просто вращение понравилось. Что мне нравится, товарищ Арик, прочти и возьми во внимание, мое сообщение выше может быть полезно. Сейчас я специально найду. Так, 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 Атлетик идет вперед. Так. Брис. Так. Атлетик. Пас. Нет, Барселона. Мяч у Барселоны. Месси! Педро! Тут, собственно, да, совет, который мне предлагали прочитать, это про то, что FIFA выход вратарем на треугольник, и в аналогичном режиме этот выход вратарем работает. Я не знаю, работает он ли он здесь. Здесь также на треугольник? Нет, в обычной игре, ну, в процессе игры, да. Я не знаю, в «Стали легендой» ты можешь ли ты вообще выход вратарем делать. Но, подай. По-моему, можно. Потому вот. Что я прессинг могу делать, примерно, на квадрат. Значит, ну, потому что я, на самом деле, иногда нажимаю когда какие-то ситуации, но не очень часто. Очень плохо. Да. 2-0. Ну, стоило не упустить. Геворга, да, и смотри, все. Как владение мячом у нас. Да. Насколько меньше? 37 на 63. Да. Драконайс пишет, привет, Арик, только пришел с работы. Ты сегодня пойдешь Людвига бить? Людвиг? Людвиг. Это... Я понял. Из Бладборна. Тебе не понять. Да. Я поздравляю, ты на поле. Да. А, Людвига, я думаю, что, возможно, пойду, да. Нормально. А. Не, открылся пол. Предыдущий кофе был слишком крепким, и я... Пролил второй кофе. Теперь я буду смотреть только этот стрим, этот матч. Это Россия 0, и я комментатор этого матча Джон. Я думаю, что многие русские удивились тем, что я хочу... Тем, что... Ну, не тем, а тому, что я хорошо пишу по-русски. Пишет наш новый комментатор Джон. Наш новый комментатор Джон. Да, да, да. Это Россия 0. У вас оригинальные родители, я думаю, назвали Джон. Я думаю, это не родители оригинальные, а он когда придумал себе имя сам. На самом деле его зовут Иван. Иван. Может быть, кстати. Вот. Ну, спасибо за этот чудесный комментарий. Было приятно его читать. Ох, опасно, опасно. Просто раскатывает. Да. А ты даже не стараешься, Федя. Стараюсь. Не стараешься. Стараюсь, но мяч не доходит. Ну, сейчас Игорь надо два забить. Мяч. Да. Ну, надо один забить сначала. Да, а потом еще один. А они назад играют. Ну, что за люди? Уже. Ребята. Так. По поводу, кстати, Бионда, я думаю, что на следующей неделе будет. Хотя, теоретически... Не, завтра, наверное, днем мы постримим Rainbow Six Siege, наверное. Потому что сейчас актуальнее. Да-да-да. Причем, знаешь, да, новость, что ее закрыли. Ну, то есть ее открыли, сделали открытую бету и закрыли, потому что что-то не заладилось, к сожалению. Ну, не справились с потоком народа. Да. Ну, посмотрим, что будет дальше. Ну, мне кажется, зря. Ну, я не в тот момент просил. Обычно ситуация изменилась. Тянется. Вот эти вот длинные пасы. Да. Ну, против, понимаешь, против Барселоны они не очень хорошо. Ой-ой-ой. Ну, только так. Принял. Серджио Рамос. Сноу живой? Странный вопрос. Я думаю, да. Сноу? Да. Недавно была, но... Вот. Я знаю, кто убьет Сноу. Да, да, да. Георг... О, боже мой, что с тобой произошло? У него пропало колено. У него пропало колено, и он начал левитировать. Не, ну, хорошо, что не в процессе игры. Так. Вот это не очень. Ну, слушай, ну, объективно у Барса сложно выиграть, скажем так. Ну, объективно, да, ну,
обидно, когда матч начинается сразу с 2-0. Да, да, ты да. Не мог ничего сделать, чтобы не было таких второго тайма. Ну, посмотрим, посмотрим. Еще время, в принципе, немного есть. Ты должен, ну, успеть пару раз хотя бы, да, ударить как минимум по воротам. Что, кто-то нарушил, что ли? Нет, был офсайд. Не может быть. Ну, похоже, что офсайд. Не-не-не, нарушение, нарушение. Это был брат застрявшего в штрафном турнире. Да, возможно, кстати. Там что-то нарушили. Песня анимация в 3 раза лучше, чем в FIFA выглядит. Я бы сказал, что они обе выглядят хорошо. Движки разные. Потому что, ну, в целом движки разные, да. Но анимация в песне действительно, вот анимация столкновений мне прям очень нравится. Как игроки сталкиваются, очень красиво. На повторах особенно видно. Да, Викинс Барселон реально. Уже вышла бета на Rainbow Six Siege. Бета на Rainbow Six Siege сейчас стала закрытой, которая должна была быть открытой. И вроде как обещали дополнительно сообщить, когда ее откроют, если вообще ее откроют до запуска. В итоге. Ну, к сожалению, из кубка мы вылетим в ходе. Ну, да, объективно. Объективно, к сожалению, да. И они закрылись, не дают. О, Месси заменяют на Суарес. Может быть, сейчас пойдет что-то. Суарес, к воротам в нашем. Сейчас укусит Геворга. Да-да-да, Суарес укусит Геворга, сенсация. Суарес укусил главного редактора журнала «Игромания». Ну вот зачем они назад так играли? Думают, что Игорь отдаст. Мне кажется, они думают, что все, уже шансов нет, скорее всего. Ой. Ну, пытался финтить. Да, там тебя затоптали просто. Вдвоем. Ну да. Пике. Пике. Альба. Мне кажется, что самый активный зритель в чате это Жора. Так и есть. Жора любит Геворга. Жора любит футбол. Он любит. С участием Геворга в главной роли. Я была закрытая бета, первая, которая была. Меня пустят в эту закрытую. Ну, по идее, да. Я думаю, да. Ну, и по информации, да, тех, кто играл в закрытую бету, у них, во-первых, доступ в открытую бету на день раньше был, то есть вчера, а во-вторых, ну, вроде даже как позавчера стартанул вечером. Во-вторых, писали, что теперь доступ, что теперь бета тоже опять закрыта, и доступ ограниченное количество людей. Я думаю, что они входят, участники ЗБТ входят в их число, забирай мяч. Ну, ах ты... Ну, я все сделал. Да, ты все сделал. Ну, открывался отлично. Да, ну ничего, ну это все-таки Барселона. Это все-таки топ, скажем так. Да, но был шанс, был шанс. Был, но он был такой крохотный, что я даже не знаю. Да, друзья, поддержите Геворга. Бедного, он плачет сейчас, я знаю. Напишите грустные кричалки. Собственно, это был четвертьфинал, я правильно понимаю. Да, сейчас в полуфинале будет играть... Валенсия с Барселоной. Ну, удивительно. И там Реал и Атлетико Мадрид. Да, ну, там жесть, конечно. Реал Барселона, мне кажется, будет. Финал? Да, я не удивлюсь. Реклассика. Да, да. Так. Я только что пришел, кто играет. Кто на Железном Троне? На Железном Троне Геворг. Геворг, вы что, не видите? Это же Геворг. О, меня включили в стартовый состав, слава богу. Опаньки. Началось, типа, что ли, или что? Типа, мы там участвуем. Видишь, мы играем с Фиорентиной. Серьезно? Уже да, кубок? Да. Ты начинаешь с Фиорентины, давай. Подожди, как так-то? Подожди. Ну, я думаю, что команда в прошлом сезоне прошла в кубок, так что в этом у нас смысле. Есть шанс все. Показать тебе в Евролиге. Евролига, это хорошо. Подожди, давай посмотрим сведения об участии в турнире. Вот, я хочу посмотреть. Кубок Испании мы же продули. Испанский суперкубок это тоже... А почему не суперкубок? Он будет. А почему с нами? Барселона и Атлетик. По итогам прошлого сезона. Лига Европы, вот, УЕФА. Групповой этап, давай посмотрим.
Опаньки. А. Это уже будет даже это уже этап. Это... Атлетик вышел. Почему? Да, 14 очков у Атлетика. А какой сейчас этап тогда получается? А, ну да, групповой, наверное, был в первой половине сезона, да. И где наш... Тут много страниц, подожди. А, нет, так, 1-16, 16-я. Вторая страница? Не-не-не. Не, все правильно, а еще раньше. 1-16 финала. Так. Валенсия. Атлетик. Вот, Атлетик Фиорентина. Все правильно. 1-16 финал. Мы должны разделать Фиорентину. Так, ну что, давай, давай, соберемся. Так, это Геворг. Это? Да. Это да. И тут Геворг. И там Геворг, и тут Геворг. И вообще везде Геворг. Так, Акинфеев, игрок клуба Атлетик, дал следующий комментарий. Кубок Испании для нас в прошлом. Эх, Игорь, ты такой грустный. Мне больно на тебя смотреть. Уровень доверия тренера, кстати, 92%. Все растет. Да. Ну, я думаю, до 100 добьем сегодня. Так, ну начинай. Да, блин, красиво выглядит. Неожиданно главное было еще. Вот. В следующем, ну, то есть в следующем сезоне то будет тоже кубок, ну, кубок, скорее всего, Лига Европы, а может быть даже в Лиге Чемпионов. Но если мы умудримся. Пойдем в Валенсию. Два или три очка от него. А откуда это Фиорентина? Это Италия же, да? Да, да. И она не такая простая. Нет, тут не страшно. Подожди, ну я прям в ноги же его. Давай, еще. Пей их. Геворг. Борис. Блин. Почти. Играй за престол. Да. Играй как Бекхэм. Как сказал бы Геворг. Играй как Бекхэм. Да. Был такой отвратительный фильм. Ну, фу, слава богу. Геворга армяне. Что? Не, Геворгомания. Геворгомания, мне кажется, так точнее будет. Вопрос, Ген спрашивает. На ваш взгляд, какой конкретный элемент либо несколько элементов в игровом процессе без разработчиков необходимо улучшить в следующей части игры? Или же все хорошо, особых недостатков нет, и можно просто отчитывать уже имеющийся материал? Я считаю, что надо улучшить режим MyClub, сделать его более... так сказать, красивым. И, ну, чуть-чуть упростить, так скажем. Хотя, с другой стороны, мне, конечно, даже не упростить, знаете... Не, сделать доступным. Доступным, да, то есть сделать такой туториал, который будет не вызывать вопросы, а скорее отвечать на них. Ну, то есть режим, режим объяснения вообще происходящего очень необходим, потому что для новых игроков там вообще, ну, очень тяжело разобраться. Это да. Ну и вообще... Несмотря на то, что мне очень нравится техника песок, которые футболисты играют, все же нет предела совершенства. Я думаю, да. Обязательно будут какие-то улучшения в самом контроле футбола. И, к примеру, я думаю, надо балансировать вратарей, потому что как только начинается... Кто-то ставишь команду вратаря, которая умеет 70 или 75, сразу обили голов. Они иногда не тащат совершенно. То есть я знаю, что это зависит тогда от формы, там, от других моментов, но слишком большая разница в способностях вратарей. Это может быть где-то реалистично, но даже в настоящем футболе не слишком сильные вратари. Ну, на каком-то уровне тащат все равно. Ну да, я согласен. То есть с вратарями... Ах ты. Ну, опять же, мы уже говорили об этом, что это особенность пес. Он, то есть, не такой, не знаю, ты все контролируешь сам здесь. Ну да. Тут тебя меньше подстраховывают партнеры. Есть такой момент. Защищаться нужно реально умеючи, и если ты этого... не так хорош в защите, то, конечно, в сетевых матчах будет обилие голов. Да, в этом плане, конечно, очень сурово. Поздравляю с дебютом игрокубка, да, спасибо. Да, спасибо. Спасибо. Какая удача, я бы сказал так. Спокойно за Геворга в Лиге Европы больше, чем за все наши команды вместе взятые сегодня.
Да, мы тоже беспокоимся, и для нас была большая неожиданность, что... Да, мы же не подумали, что наверняка... Что Атлетик уже в клубе, да, что там уже вышел Европы, в лигу, ну, в плей-офф с максимальным, я так понял, с первого места. С максимального места. Yeah. Что такое? А, Майкл Ричардс. Давид Пизарро. Мохаммед Салах. Стефан Савич. Ну что, ты опять подкаты делаешь? Во! Ах, уже ты... третья радуга, по-моему, будет. Да, да, да. Надо больше, больше радуг. Больше радуг. И игра будет радужной. Не дают пройти. Во. Да блин! Как там был лозунг в рекламе? Почувствую радугу? Что-то не помню. Да. Ты будешь в целом отчивать это? Да нет, наверное. Или по тайму? По тайму, давай. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Опять ты будешь отыгрываться, да. Ну, Гомес забил. Да, ну, блин. Из Еврокубка вылетать не это. А тут же по одному матчу. Плей-офф. Плей-офф тоже по два, да? Угу. Ну, ладно. Там же в календаре показывают, что будет еще... Да-да-да-да-да, я вспомнил уже. Надо вырываться, в общем, забивать. Ну, что за грубости? Матиас Фернандес. Арик, ты фифу играешь в этом году или забросил его из-за пьесы? Из-за пьесы забросил. Давай, давай! Ну! Близко же, близко. Обидно. Нет, на воротах стоит. Я забросил все из-за Bloodborne, Metal Gear, и я и в Hearthstone перестал играть, потому что уже... Ну, игр так... Игр так много, что ли? Да, игр сейчас много, я немножко... А времени мало. Сессионные игры забросил, вот. Возможно, в будущем. Ну, невозможно, а 100% в будущем я к ним вернусь и на стримах, но вот дома играть уже сейчас пока нет времени. Bloodborne. Плюс будет лето, когда все будут в футболе. Да-да-да. Одержимы. Bloodborne, Metal Gear и Fallout сейчас владеют моими умами, еще там есть... Pillars of Eternity где-то на горизонте, который надо пройти, скоро второе дополнение уже выйдет, а я еще основную игру не прошел. Вот, так что, так вот. До конца года я планирую пройти точно Bloodborne, дополнение Metal Gear 5 и, возможно, Fallout, если удастся. Давай, тащи. Арик, а как же Fallage? А Fallage, в смысле, как Fallage? Fallage хорошо, я буду в него поигрывать. Но я говорю, я не обещал, что я пройду на стримах, потому что это слишком жестоко. Вот. Да, его делить сложнее, потому что не знаешь как. Так, самый царский Pro Evolution был в 2010-м, особенно на фоне унылой FIFA в том году. Pro Evolution был, много было хороших, я играл почти во все Pro Evolution за последние, ну, лет. Ну, много. 15, наверное, да. Мне кажется, ну, то есть я, может, пропускал или не пропускал все. Надо, кстати, ради интереса надо сделать какую-нибудь ревизию и посчитать просто, сколько провалюшных в итоге я. Так. Бей, да зачем сам-то? Вон, ну, жадина. Георг, я хочу забить уже. Жадина, смотри. Смотри, там просто, ты просто катнуть мяч вот туда, и был бы гол. А ты такой, нет, я сам пробью. Ну ладно. Ну я честно думал. Что ты честно думал? Честно думал, что я пожадничаю, да? Да, да. Ну ладно, сейчас я надеюсь, ты забьешь. Нет. Ну, есть шанс еще. Не сбегай в офсайд. Да, да. Ну там много игроков. В офсайде. Я на грани. Но это не мне было постыдно. Что ты все время норовишь в офсайд бежать? Мне кажется... Я пытаюсь играть на грани. Арик, можешь хоть что-то рассказать о черных пятницах в PS Store? Я нет, там... У меня нет никакой информации, к сожалению. Ну да, и обычный издатель даже... Да, обычный издатель держит, и я, ну, как бы...
Ну, скидончики будут, наверное, стандартные. Да, так... Разве еще не... В PS Storage, я читал в ВК, по-моему, вчера, что они сказали, что будет. Там разве не было? Еще рано, типа? Она разве не будет, типа, завтра? Или когда? Еще рано. Еще рано? Я просто... С Черной пятницей очень сложно, там все время... Не наш праздник. Да, не наш праздник, поэтому я еще к нему не очень привык, так сказать. О, шанс. Ну, добивай! Ну, куда? Я же бил! Ладно, все будет хорошо. Ты бил, но попал в ногу, к сожалению, да. Вот видишь, а ты в офсайде был. Ну, я не просил мяч же. Так, а ты был, а не был бы в офсайде, может, ты забил бы сейчас. Игромания, подари мне FIFA 15. 15? Ну, знаете... Скромно. Ну, не 16-й вроде. Да зачем ты... Да я не видел, что больше. Ну ладно. Тебе надо было отойти и запросить пас, и сейчас все вообще такое. Оп. Я запоздал. Ну ничего, просто ты переживаешь, не переживай. Все хорошо, ты забьешь. Ну это Фиорентино все же, мы проигрываем. Надо забить. Ну что, Фиорентино же не слабая вроде как. Не слабая, она очень слабая, я тебе скажу. Главное не торопиться, все будет. Все впереди. Я жду шанс. Айк, есть игры, которые ты еще не купил, но хочешь их взять? Да, я хочу Mad Max взять, мне хочется в него поиграть. Да, безумие. А так, большую часть того, что я хотел, я, конечно, стараюсь покупать на старте. Ну там, он да. Не справился. Да, с управлением. Геворг не справился с управлением. Нет, я справился, он не справился. Геворг не справился с управлением. Да, я тебя понял. Вот, ну вот, я же не 16-й прошу. Я бы подарил, но у меня она в цифровом виде только. Да, подари аккаунт. Вот, свою копию. Но аккаунт, да, к сожалению, не могу подарить. Вот это плохо. Но Игорь... Вот, кстати, я сейчас и вышел. Да? А, хорошо. Игорь смог затащить. Напоминаю, для тех, кто не в курсе, у нас в Атлетико стоит на воротах Игорь баскский кот, скажем так. Кот? Да. Ну, кстати, да, у него кошачий стиль. Да. Многие отмечают. А что насчет сверхширокоформатного монитора от LG, который вы обвинули в утренних новостях? Он стоит своих денег? Я, ну, как сказать, он... Если вы любите вот широкоформатные мониторы, я думаю, да. Потому что... А, тебя убрали. Вот, поэтому я вам так не скажу. Посмотрите, наверняка будет обзор у Димы Колганова по этому монитору. Вот, если еще не. Но мы забили. Забили, это уже хорошо. Да? Жалко без тебя, конечно. Опять 1-1 у нас перед вторым матчем. Слушай, ну у тебя был хорошие моменты были, просто не повезло. Бывает. Не расстраивайся, Федь, не расстраивайся. У меня черная полоса, есть. Черная полоса, да. Черная пятница, которая у тебя черная полоса у тебя. Так. Что лучше, Hardline за 300 или BF за 350? Hardline за 300 или BF за 350? Сложный вопрос. Наверное, BF 4 за 350 лучше, чем Hardline за 300. Ну, да, я соглашусь. Но если вам нужен просто крутой сетевой шутер, то, конечно, Battlefield. Если вдруг вам интересна тема, то есть тайны полицейских и воров. Ну, то есть тут зависит от темы. Ну, плюс полицейские воры, есть же еще по еды, которые да. Неплохо развивают. Ну и вообще есть же Rainbow Six Siege, который выходит. Но который еще не вышел. Который выходит на следующей неделе, но он не 300 рублей, конечно, стоит, он стоит подороже, но тем не менее. Вот, по поводу игр, мне тут пишут, не бери ты еще небольшой фол, еще МГС. Да, я пока не буду брать игры, я только буду брать, когда эти пройду. Ой, опасно было сейчас. Чуть-чуть вот тут бы ударил бы он сразу, но там позиция была неудобная, поэтому я рад, что он не надо. Что, затащил и Игорь? Игорь смог? Нет, там не Игорь был, там защитник с ленточки. А, хорошо. Ну опасно. Арик, бери обязательно Mad Max, игра хороша. Да, мне многие говорят, что игра хороша, просто в нее надо играть, так сказать, больше идти по сюжету, чем исследовать мир, потому что может просто надоесть там очень... Если прям во все уголки соваться, то там много однообразных задач, так скажем, по зачистке. А если на это подзабить... То, в принципе, можно говорить. Ну, вообще сейчас проблема в том, что слишком много открытого мира да. в этом мире, и не хватает
Времени открытый мир. Что, ты сыграешь теперь первый тайм? Или... А следующий не Фиорентино же. Так, давай. Да, не Фиорентино. Давай я первый тайм. А, следующий Фиорентино будет... Через матч. Да, через матч. Ну все равно давай первый тайм. Будем чередовать. FBF без сезон пасса смысла нету. 8 карт, они надоедают за 30 часов. Ну, можно, я думаю, это первый шаг. Можно купить BF, например, а потом купить через какое-то время Season Pass к нему при желании. Mm-hmm. Возьму лучше в Steam Wolfenstein за 150 рублей, вот кто-то советует. Ну, кстати, да, Wolfenstein хорошая игра. 150 рублей, это очень, да. Очень хорошо. Но это все-таки не совсем то, что... То есть там человек спрашивал именно про, я так понимаю, сетевую составляющую, в частности, про... БФ. В данном случае Wolfenstein, он хоть и крут, но это не сетевой шутер. Может, человек хочет, а не сетевой шутер. Вот. У вас всегда, конечно, есть на выбор еще Counter-Strike. Да, 1.6. Да, 1.6. Хардкор. Какой год у вас в песне? Я, кстати, не помню. Наверное, 17 или 16? Ну... 16, наверное, да. Мы же первый сезон играем. Да, мы играем первый сезон только... И сколько уже отыграли? Где-то, ну не две трети. Чуть больше половины, в общем, так сказать. Нормально, нормально. Главное, не забывай открываться. Ну, то есть. Стараюсь. Yeah. Ты пробил, что ли, в итоге, или идти в мешали? Меня держали, это было единственное. Вот человек пишет, да, чтобы вечерком онлайн пострелять. Ну вот, есть сетевые шутеры, если говорить о типа бюджетном ценовом сегменте. Ну, то есть не игра за 2000 рублей, потому что за 2000 там можно много сейчас купить. Вот, а если говорить про 300-350, ну вот что есть, Battlefield, да... ДКС-очка. Ну, наверняка что-то еще есть, но из таких, я думаю, что это основные. Не, ну, нужно понять, что лучший и самый сбалансированный Battlefield — это Battlefield в заголовках, как сетевой шутер. Ну да. И как в чате говорили, что, ну да, могут надоесть карты, но в принципе Hardline то же самое, и там еще меньше карт вышло, чем в обычном Battlefield без Season Pass. Так что... Вот. Арик, трансляции и комментарии по The Game Awards будет? Да, обязательно. Я не знаю, кто будет со мной, но я точно буду, скорее всего, надеюсь. Вот. В 5 утра все-таки, по-моему, да? Ты не помнишь? Или ты не смотрел? Ой, нет, я не смотрел. Там то ли в 5, то ли в 4 утра это будет. 4 декабря, по-моему, в 5 утра все. 4 декабря в 5 утра – это с четверга на пятницу, да. Вот, так что, ну, посмотрим. Посмотрим, я, наверное, в офисе останусь. Либо с Артемием Козловым по удаленке из дома будем вместе. Посмотрим, пообщаемся. Будешь ночевать в офисе? Стримить что-нибудь? Ну, да, да. Пока ждать. Ах ты! Чуть-чуть скоро. Почти, Федь, ты должен забить сегодня гол. Я, да, кстати, тоже, я же забил один, да, всего, или два? Два. Сегодня. Вот, так что не так уж много, не так уж много. Чем матч с Фиорентиной кончился? Геворга заменили но наш сравняли, да, без Геворга. В итоге 1-1. ВГ от игромании будет, воу. Да, обязательно, конечно, трансляция будет, и мы ее будем смотреть вместе с вами, переводить по возможности, обсуждать, делиться с вами мыслями и надеждами. Потому что обещали, вот, во-первых, показать геймплей Far Cry Primal, кстати, если не читал об этом. Обещали, да, на ВГ показать геймплей Far Cry Primal, это будет одна из 10 премьер там. Сама игра, кстати, выходит 23 февраля, что ли, я читал. Уже? Довольно скоро, да. Ну, у меня есть подозрение, что это... Это будет такой же Far Cry, как 3 и 4? Нет, что это будет что-то вроде ответвления, как Blood Dragon. Ну, вот непонятно, вроде как нет. Но будет понятно, на самом деле, вот на VGA пока должно будет показать. Арик, давно хотел спросить у вас, знаю, что вы ярый фанат МГС. Ну, сразу скажу, что я не ярый фанат, мне нравится МГС, но вот Захар ярый фанат. И хотелось услышать ваше... ты ярый фанат МГС, видишь, как хорошо. Тебе не спилили меня пятую часть, еще не прошел. Я сам не прошел. И хотелось услышать ваше мнение, стоит ли проходить в хронологическом порядке данную серию, но пока что прошел третью.
в хронологическом порядке или в порядке выхода игр? Потому что если... Да, там дикая тонкость того, ну, что... Да, да, да. Ой-ой-ой, опасно. Ой, Игорёк, ты чего? Игорёк. Какому ты хитах? Хитафе, блин, слить вообще, матч вообще позор. Тут плохо, мотай. Да, сейчас ты затащишь. Придется, да, тащить. Надеюсь, не уберут после половины тайма. Вот. О чем я говорил? Так. А, по поводу хронологического порядка. Вообще можно, но вам будет тяжело играть после, например. Это дикий эксперимент. Я именно так его пробовал перепроходить. И... Перепроходить это все-таки другое, когда ты первый раз играешь. Понимаешь, просто получается дикая разница, что ты проходишь игры вообще разного времени. Ну да, да. То есть, получается, вы проходите третью, она, ну, очень хорошая, моя любимая часть пока что. Да. Вот, лучший Metal Gear. После него можно играть во вторую, например, часть. Именно по ощущениям нормально, более или менее. То есть ты не чувствуешь большого скачка назад. Вы представляете, если вы будете в хронологическом порядке играть, это получится Metal Gear Solid 3. Потом, если играть в Peace Walker, то Peace Walker. После этого Metal Gear Solid 5. А после этого Metal Gear Solid 1, да, получается? Metal Gear Solid 2 и Metal Gear Solid 4. Я просто, сейчас. Да, хотел сказать, что после пятой части играть в первую, мне кажется, будет очень тяжело. Когда изменили геймплей совершенно. Да, то есть вам будет очень непривычно, скажем так. Я советую, вот сразу начинайте с первой. Она, при том, что дико кондовое в управлении, она все равно очень классная. Если вот ей проникнетесь, вы проникнетесь в все серии, серьезно. Угу. Вот. А, при том, что Кодзима заявлял, что уже где-то во времена второй или третьей части, что, ну, первый проходить уже, наверное, не стоит, что она устарела, но не знаю, я тут не соглашусь. Ну, в общем, в нее все равно будет тяжело играть, да, потому что там управление очень специфическое, то есть... Но оно не менялось, собственно, до пятой. Нет. Ты плохо помнишь, во-первых... Нет, я хорошо помню. Плохо помнишь четвертую, там... Вообще, ты попробуй включить первую, и включить четвертую для людей сделано, понимаешь? А первые две... Они... Общая концепция управления не меняется. Концепция, да, но ты когда управляешь, тебе там просто, ну, в целом, неудобно. Проблема в том, что, да, она стала полностью в 3D, наконец, как стелс-экшн, все современные, но все равно управление было перегружено. С этим можно справиться. Управление перегружено. Перегружено в четвертой части суперудобно все. Во-первых, это, ну, жутко. В третьей, в лага, я играл в HD ремастер, там, ну, более-менее, еще камера может двигаться нефиксированно. Ну, как ты знаешь, что теряется? Позорище. Так, даю за столь насыщенный ответ. Начинаю проходить третью, немного обалдел от управления, но потом привыкаешь. Да, привыкаешь, но, как сказать, ну, попробуйте. В принципе, это интересный эксперимент. И к этому можно привыкнуть. Да, и четвертая часть, все-таки ей вы будете заканчивать, она довольно достойная. То есть и по качеству картинки, и по управлению там все хорошо. И в целом сюжет довольно веселый. То есть с классными персонажами и босс-битвами. Как раз четвертую после всего проходить прикольно, потому что у тебя все становится на полочке. Угу. Понимаешь, что где, как и почему. Что вообще происходит, да. Особенно если вместе с этим почитать немножко сам лор МГС. Ну, все, что не лор вселенной. Ну, просто сюжет, да, условно. Кто там кого чего предал и так далее, очень запутанно. Там есть вещи, которые, даже проходя все игры, нужно, ну, разжевать для себя в интернете. Угу, угу. Безусловно. Нам очень запутано. Там прям... Ой-ой. Чуть-чуть не везет. Мне кажется, может быть, стоит перенастроить Геворга. А, ты спрашивали, не вызывали, кстати, ли его в сборную? Нет, не вызывали пока что. Но тут в сборной Армении, по-моему, в песне нет, поэтому есть шансы, что и не вызовут. Можно гражданство сменить, кстати? Интересно, в игре. Ну, вроде бы двойное гражданство можно иметь. Не, именно в игре. Это я просто не... Жаль, было бы забавно. Это следующий уровень, знаешь, ролплея в этом режиме. Есть еще МГС на MSX, можно надвинуть. Ну, знаете, совсем старые МГС. Уже вот их-то уж точно сейчас не актуально будет проходить, но только если вы совсем проигнитесь в серии и захотите знать все. И даже не каноничные части там на PSP. Ну, я думаю, что если вот понравится вообще вселенная и серия, можно поиграть, да, в другие игры, типа
Питс Уокер, который Не, я имею в виду не каноничный, там есть Эцит, там другие части. Карточные ты имеешь в виду. Вообще они, мне Ваня говорил, что они очень прикольно сделаны сами по себе, да, играть в них приятно. Главное, как считает Кодзима. Кодзима, по-моему, кстати, как раз считает не каноном. Что-то из этого, я точно не помню, что. Но еще есть Portable Ops же. Блин, да, нормально. Как только Георг появляется в команде, ее игра сразу разваливается, нужно играть прозвище «Дурной глаз». Дурной глаз. Да, его заменили, все нормально. Да, сейчас команда забьет. Дурной орлиный глаз Георг. Георг, ты дурной. Но он невозмутимо смотрит. Да-да-да, просто невозмутимо. И как бы обещает отрезать, мне кажется, голову. Покачал речь. Да-да-да. Забавно, забавно. Но что-то не клеится, у нас где-то... Что-то в этом есть. Да, в этом Ладно, сейчас будет кубковый матч второй, который нам надо все-таки проявить. И второй забили, кстати. Что происходит? Мне кажется, нас будут продавать. Что? Нас будут продавать. Нас нет, не будет. Но есть же матчи, которые мы тащим. Все нормально. Да. Так, привет всем. Да, всем привет. Страшные тайны Дэнди. Дэнди — это китайская копия. Вы никогда это не забудете. Это же известный факт. Ну, там это немножко больше, чем китайская копия, да. Пишет, что вот Георг не чувствует игру и теряет позицию, да. В том плане, что про Дэнди уже знают всю эту историю, что там компания Skipper заказывала. О, смотри, 2-2. Функциональные. А все потому, что убрали Дэнди и поставлял их машину. That is a fine goal, really efficiently done. Well, as contact goes, that was tremendous, and it helped him to direct it exactly where he wanted into that net. Все, я посмотрел, не пропустили ли мы каких-то вопросов? Вот, вроде нет. Ну что, Георг? Нет, ну мы должны точно сыграть матч с Фиорентиной и, может быть, закончим на нем. Раз, да. Ну да, и сыграем какой-нибудь товарищеский, чтобы я там наконец тебе забил гол, да, да. Не за Георга, так Арику в ворота. У Гева слишком прокачано невезение, возможно. Да, может быть, надо сменить бутсы и... Снова. Снова. Потому что мне в них тоже не везет. И стату поменять. Прокачать. Стату можно, кстати, поменять, да. При какой стороне силы ты, клевая футболка? Спасибо. Я на светлой стороне силы. Я не люблю темную сторону силы. Ну, то есть мне нравится, как это в фильме там и так далее, но я топлю за светлую сторону. Я люблю мастера Йоду. Он классный. Да, он самый классный. Классно было, когда его в МК добавляли. Это, подожди, это разве это был, по-моему, Soul Calibur, а не МК? Да, в МК других. Это был Soul Calibur, да-да-да. И, ну как, это было забавно, но очень странно, я бы сказал так. Так, ну что, Лига Европы. Да. Что, ты начнешь? А? Ты начнешь. Ну давай, я начну. Давай, ты. Включили в стартовый состав, все нормально. Так. Гоу-гоу. Да, друзья, гоу-гоу, танцы. Да-да, гоу-гоу, танцы, тренировка. Давай посмотрим, что пасы, дриблинг, удары. Да, в удары вкачаем, что ли. Побольше? Нет, в ударах нормально. Или в скорость? Давай уберем дриблинг и пасы. И скорость мощно. Во. Скорость. Надо скорость мощность, чтобы он еще... Думаешь? Всех локтями расстал. Хочешь, скорость уберем, вообще поставим в мощность 6. Давай. Ну, да. Убери единичку из ударов и поставь на скорость. Медленный Георг будет. Очки опыта. Мы, кстати, почти выучили удар без подработки. О. А за что дают, интересно? Что? Ну, эти... Что дают за... Нет, за что дают очки опыта? За забитые голы вообще? Да я думаю, за игру, за общий рейтинг. Думаешь? А, за рейтинг в игре, типа 6-0, вот то, что вот это.
Красиво. Красиво оформлено, мне нравится. Магистр Йода. Да, магистр, магистр. Я спрашиваю, не хочешь ли ты поиграть в старый добрый Company of Heroes первый? Не знаю. Сложный вопрос, потому что я в него, мне кажется, играл совсем давно настолько, что, ну, даже не помню, как у меня играл ли вообще, я даже... У меня есть ощущение, что играл, но я реально не помню. Ну да, 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 по-моему, да. Vagrant Story. Vagrant Story, ой, Vagrant Story, слушайте, для стрима это будет... Воу, Геворг, давай! Отпустил меня. Такой просто... Я же говорю, надо менять бутсы. Такой вообще фейл сейчас был. Грустный фейл. Так. Я прочитаю. Давай, там вопрос от Гены. А, еще один вопрос. В FIFA присутствует так называемая командная химия, от которой на самом деле зависит немало. PES, насколько я понимаю, такой химии нет, а есть индивидуальный показатель формы футболиста. Нет, не все еще. Да. Так вот, насколько актуально было бы введение командной химии в серию PES, разнообразило бы это игру. Можно не читать дальше, потому что химия есть. Там просто да. По-другому. Ну, то есть, если там дальше предложение, то... В PES есть химия в режиме MyClub, но она работает немножко иначе. Вот. Ну, то есть она, безусловно, есть. Она есть между тренером и игроками. Там миллион видов связок. Вот. И если зайти в этот режим, там можно внимательно посмотреть, почитать об этом всем. И там она намного сложнее и более комплексная. Как раз я об этом говорил, когда говорил про улучшение в режиме MyClub. Она настолько неочевидная и непонятная, потому что... Ну, без дополнительной информации сложно разобраться, почему как она работает правильно. Ну, может быть, под химией имелось в виду, это Гена, кстати, писал? Да-да-да, что Гена писал. Под химией имелось в виду, что... Я думаю, имелось в виду химия, которая в Ultimate Team. Ну, в FIFA еще есть другая химия, когда вот компьютер уравнивает команду каким-то образом. Искусственный интеллект. Ну, ты знаешь этот момент, что... А, ты про гандикап? Не-не-не, я думаю, что... Но в плане командной химии, если имели в виду что-то другое, то есть если не... Не-не, химия называется вот эта химия в Ultimate Team. Да, ну, Ultimate Team. Точно, потому что ты про гандикап говоришь, я не знаю. Mm-hmm. Это не доказано, так сказать. Ну, не доказано, но бывает иногда очень интересная история, когда какая-нибудь Леги выигрывает у Барселоны. Там, и... Ну, в жизни всякое бывает, понимаешь? Не, ну, понимаешь... В FIFA очень часто встречаются команды тащилы, какие-нибудь ниши, которые могут выигрывать у лидеров спокойно. Я не знаю, на каких логистических это происходит. То есть, может быть, тоже какая-то химия такая вот внутрикомандная. Вот, но если говорить и о химии в режиме Ultimate Team либо MyClub, либо химии в игровом процессе, в общем, у PES он свой, его, скорее всего, менять никто не будет, вот только, ну, докручивать тот, который есть. Вот, и с этим, ну, да, надо поработать. Посмотрим, что сделают планами в следующем году. Просто это, знаешь, это как вот с физикой в гонках. Потому что вот в Forza Motorsport, к примеру, почему не меняют физику? Ну, потому что к ней уже все привыкли. Я думаю, что ее просто не могут кардинально поменять, тогда будет очень много жалоб от фанатов. Это тоже лицо продукта в каком-то плане. Но даже если она не нравится разработчикам, они все равно оставляют и в максимально схожем виде, какая она есть. Потому что это сразу революция получается, когда вот меняются такие моменты. Можешь дальше почитать. Да. И замолчал. Я вот, да, я пошел писать вопрос. Так. А, про химию с Ultimate Team, ну, да, ты, по-моему, ответил. Ну да, да. Так. Ну что, парни, да что? В FIFA очень часто бывает, когда бронзовая карточка играет лучше Месси, но...
Ну, не знаю. Нет, ну да, там есть такие тащилы. Понимаешь, Месси, ну что ты, даже если ты получаешь Месси, ну, то есть, же надо им как бы управлять. Он, ну, то есть, получение Месси не гарантирует того, что сам Месси начнет за тебя играть. Все равно все зависит от твоих рук. Контратака в стиле Захара. Это практика из твоих атак было. Да. Хорошо. Блин, что-то не идет мяч в мою сторону. Есть ли у тебя ощущение устроить самый депрессивный стрим в Тургор? Тургор? Я не знаю. Мне кажется, он будет... Хотя Тургор довольно зрелищная. Вот. Ну, в том плане, что она очень красивая и такая. Вот, но... Мне кажется, это будет довольно скучно. Ну, то есть надо очень много тогда рассказывать, говорить и пояснять, да, что вообще происходит. В принципе, можно. Если будет какой-то инфоповод, можно сделать стрим по Тургору. Да. Вот так-то желания, в принципе, устраивать депрессивный стрим у меня, в принципе, нет. Ну, может быть, будет все плохо. Поплачем вместе. Да. Дождливый вечер, да. Типа того. Давай, Федь, давай. Это мой последний шанс. Да, это Лига Европы. Ну, почему исправить? 0-0 нормальный результат. Мы же дома играем, поэтому... Да, у нас будет, собственно... Если даже... Ну, зачем ты запрашиваешь? Я думал, он хотя бы прострельчик сделает, а не навес. Так прострел некуда давать, все перекрывали. Можно. Я так и делаю, без проблем. Арик, NBA 16 со стримом не хочешь? NBA нет, я бы как-нибудь, мне кажется, мы можем создать Геворга и поиграть в карьеру NBA 2K16. Я не знаю, про какой NBA вы писали, но NBA, если лайф, то я скорее любитель NBA 2K16. NBA от 2K вообще. Ну, это лучший баскетбол сейчас. Да. И во многом один из лучших спортивных симуляторов вообще. Вот, и там, конечно, подинамичнее будет. Потому что там мало игроков, да. Меньше, чем в футболе. И там чаще заменяют. Вот, да, я думаю, что мы с Федей... Кстати, да, можно постримить. А там, кстати... На следующей неделе, например. Ты как? Как вариант, да. Вот, да. Только надо посмотреть. Я, по-моему, в этом году не брал еще. Но... Okay. А, ты же на него писал, да? Диск у нас, да? Нет. А, цифровая версия? Да, угу. Ну хорошо. Значит, да, там все, договорились. Снова весьма забавный режим карьеры. Можно так сказать, Геворг. Да, да, да. В режим я и предлагаю режим карьеры. И он проходит как раз часов за 8-10. А, ну вообще круто. Можно за несколько. Если его еще и пройти можно. Да. Я думал, они бесконечные. Нет, ты потом просто начинаешь развивать игрока нормально. А так мы начнем с какой-нибудь третьей лиги. В смысле начинаешь развивать? Не понял. Я тебе объясню. Хорошо, потом. Ладно. Вот. Намечается ли стрим по Overwatch еще один? Да, будут еще стримы по Overwatch, безусловно. Будем играть периодически. Ну, это как Hearthstone примерно, я думаю. Надо было радугу делать. Радугу. Вот, кстати, я забыл про нее. Я ее все продвигал. Да, поэтому стрим по Overwatch обязательно рано или поздно будет. Ну, не очень поздно, даже я думаю. Вот. В декабре точно будет, потому что релизов немного в декабре. Мы, конечно, постримим что-нибудь интересное, типа итогов года там и так далее. Ну, то есть лучшие игры какой-нибудь, например. Можем проголосовать вместе. То есть вы можете, например, проголосовать за то, что за какую игру 2015 года вы хотели посмотреть стрим. Если, конечно, не будет Fallout или Metal Gear Solid или Bloodborne, которые я и так буду стримить по вечерам. Вот. Забытые игры 2015 года. Что-то такое. Конечно, не в тему, и уже многие спрашивали, но тем не менее. Fallout 4 будете играть и когда? Вот я играю по вечерам в Fallout 4, у нас было много уже стримов по Fallout, новые стримы будут. Что же не везет-то так? Головой уже... Головой можно, наверное, не просить уже, потому что не получается. Ну, раньше было очень хорошо головой. Ну, отскок не к тебе, да. Вот мне не приходит. Вообще. Да.
Вот, да, да, будет, но не в ближайшее время, наверное, потому что в ближайшее время все-таки будет Bloodborne, и там уже зависит от настроения после Bloodborne, либо Metal Gear, либо Fallout. Георга убрали, тебе не везет. Вот сейчас забью. Я уверен. Это, кстати, будет очень смешно, если сейчас забьют. А может и... Забили. Забили. Заметь, забили, но не мы. Вот так вам, за то, что убрали Георга. Хорошего вечера, Арик и Федор пойдут покорять просторы МГС. Спасибо, это спасибо вам, вам тоже удачи. Мы сейчас тоже будем заканчивать уже. Доиграем этот матч. Досмотрим да, этот матч что, и сыграем это один. Это последний, товарищ. Пока что последний стрим. Да, но мы сделаем перерыв, да, про Evolution. Я думаю, вот попробуем поиграть с Геворгов в NBA, мне кажется, возможно, карьера его. Там будет пойдет в гору. А мог бы условный story мод с сюжетом хотя бы в стиле фильма «Гол» как-то выстрелить в FIFA или без, или же это никогда не будет актуально в футбольных смотрях? Я думаю, что это будет актуально, я не знаю, почему не делают, потому что в NBA, например, 2K все очень любят этот режим сюжетный. Что? Не совсем. Но то есть, новый режим, он в новой части он немного странный. Не совсем сюжетный, понимаешь? Там, там просто крутой сюжет. Там вот со всеми этими роликами, переговорами, как ты приходишь к менеджеру, он с тобой общается, это, ты отвечаешь на вопросы, как вот, знаю, вот как это в все любят, в этом плане очень атмосферно и очень Я думаю, что зашло бы. Погружает в карьеру, ну, как за менеджера, так и за игрока, потому что там вот реально показывают... бэкстейдж, там то, что происходит за кулисами самих матчей. То есть в этом плане NBA очень круто погружает, но вот то, что Спайк Ли в этом году снимал, там очень много странного, и вот... В этом режиме же, собственно, мы будем играть, туда, думаю, да? Да, да. В этом режиме будем играть, и я думаю, туда Геворг очень впишется. Отлично, отлично вообще. Я прямо предвкушаю. Увидишь, почему. Да, сейчас мы прямо поставим его на скачку, я думаю, на следующей неделе. Кстати, либо, посмотрим, еще мы решим в ближайшее время, сделаем стрим с Геворгом. Вот. Ладно. Товарищеский матч давай. Да. Давай сыграем товарищеский матч. У нас не на самой приятной ноте завершилась... точнее, поставилась на паузу карьера Геворга. Да, пока не завершилась. Он слишком молод. Он слишком молод, да, ему всего лишь 18. Геворг, давай, нужно забить голы, будем болеть за тебя. Да, Геворг уже... Ну, теперь уже не Геворг. Геворг уже не тот. Возьмешь, да? Да. Так, Геворг уже не тот. Сейчас сохраним. Нет, он решил взять отпуск. Да, Геворг решил перейти в баскетбол теперь. Да. На время. Телепортироваться. Арик, может, все-таки лучше в Bloodborne? В смысле? Что? А Bloodborne будет. В смысле, сейчас прямо? Нет, Bloodborne только по вечерам, друзья. Чаще всего. Так. Дал мне подранный геймпад. Подранный геймпад, да. Ну, хочешь, махнемся, мне без разницы. Забей, нормально. Так, надо выйти у меня вообще с насадкой режима. Так, можно сделать один раз в неделю стрим игры на выбор от читателей игромании. В принципе, можно, но сложно иногда реализовать конкретно в конкретный какой-то день. Ну, потому что игр много. Игр много, выходит что-то неожиданное, и, не то, что неожиданно, просто выходят игры, появляется возможность что-то постримить до, например, релиза и так далее, какие-то такие вещи. Поэтому, когда обещаешь, например, сделать такое, то когда не сдерживаешь обещания, очень нехорошо, то есть, получается. Поэтому товарищеский матч. Вообще, конечно, есть такая задумка. Вот. Давай. Что, клубы и национальные сборные, да? Да. Давай. Я гость. Ты гость. Да, сейчас, подожди. Вот. Что, рандом? Давай рандом, да. Сколько? Три попытки. Давай. На выбор. Стронгист у меня. Хоккейская классика. Если хочешь, можешь оставить. Но нет. Лу Уайт. Эллен Уайт. Господи, Лу Уайт. Это что вообще такое? Английский второй дивизион, а у меня Копа Либертадорес. Так. Ну, я думаю, да. Да, Мексика. Так, у меня последняя попытка. Не, почему? Нет, это вторая попытка. У тебя есть еще одна попытка. А. Это же не считается эта лига. Ну, хорошо. Так, ты Мексику оставишь, да?
Угу. Давай поменяю. Что, одинаковым командам? Нет, это странно. Мы можем сыграть на самом деле не рандомом, можем выбрать кого-нибудь, можем. Давай, я совсем. О, Ювентус, мне нравится. Атлетик. Бильбо. Ну это судьба, я за него сыграю. Хорошо, давай, давай. Ну что, будем, да, смотреть? Да, план игры, давай. План игры, давай. Так, у меня Марио. У меня Марио играет. Марио? Марио. Марио который? Который Мандзукич. Мандзукич. Мандзукич, господи. Да. Мандзукич добавил, все актуально. Угу, все красиво. Так. Ай, какая, по твоему и мнению Захара игра года? По мне Bloodborne, по мнению Захара, не знаю, Metal Gear может быть. Надо у него спросить. Хотя не, он и Ведьмак ему очень нравится. Возможно, Ведьмак. Федя, ты еще Жора сказал, что Арик не выиграет. Нормально, поддержка началась. Вот. Какая, по-твоему, так, это я уже читал. Да, ребят, вы за Арик. Не за Арика, за Геворга очень мало кричалок. Да, придумали. Придумайте про нас кричалки, что ли. Я одну даже запомнил. Когда я проигрывал Дик. Вот. Ну что, ты готов? Да, сейчас я поменяю такие схемку. Так. Я в три защитника. Три защитника. Ты ничего менять не будешь. Не, я не люблю менять. А, Арик, твоя любимая игра какая? Грим Фанданго. Вообще? Да. Ну круто. Грим Фанданго, там где-то рядом также Fallout 2. Угу. Вот. Где-то там недалеко еще Bloodborne пасется на лугу. Вот. О, кто-то хоть за меня болеет. Ладно. Придется выиграть. Так, ладно. Ничего менять не буду. А поменяю только игроков. Так. Последний матч делаем. Делаем свои ставки, друзья. Дамы и господа, делаем ставки. Так. Так. Ну что, ты готов? Да, думаю, да. Намудрил. А толку? Сейчас у меня Буффон на воротах вообще. Сейчас все будет. Так. Давай. Арик, раньше были разные игры, было интересно, а сейчас вы сериалите одно и то же, надоедает, даже если это Fallout. Ну, я думаю, что многие с тобой не согласятся, к сожалению. Сколько людей, столько мнений. Да. Тоже. Гимнастику не забудь сделать перед футболом. Арик сольет, вот кто пишет. Арик, к Ландскейпу как относишься? Хорошо, но, к сожалению, в свое время не прошел, а сейчас тяжко уже. Хотя там есть моды, я когда ставил его несколько лет назад, там были HD-моды и так далее, нарылось. У меня просто много лет уже был лицензионный диск, валялся. Вот. И я его нашел, я такой открываю как-то ящик, смотрю, блин, Ландскейп лежит, надо поиграть. И, в общем, такой... Что? А, правильно хочешь понять? Да, я привык уже. Вот, и у меня танцы с бубном, я еще полдня, пока все накатил, все красиво было, все Full HD, все дела. Ну, условно, там, текстурки хай-резные, я же не помню, какие там штуки были. Вот. В итоге, через полдня так все играть, очень понравилось, но, к сожалению, просто тупо не хватило времени, чтобы пройти. Я обязательно ее когда-нибудь пройду. Она у меня в списке игр, которые нужно отложить для каких-то каникул. Да. Это вот безусловно. То, что ты рассказал, как у меня было с Морровиндом. Я его хотел перепройти, поставил на него кучу модов. Потом у меня в первой же локации что-то все зависло, все стояло. Животные начали... Вот. В общем, что я скажу по поводу Торминта. Я очень жду новый Тормент Tides of Numenera. Мне очень нравится Planescape Torment, и вот это одна из игр, которые я прям сожалею, что не смог пройти в свое время. Ну! Да я позволил тебе это сделать. Ну, да. Разрешил тебе ударить штангу. Считался в комментариях. Да. Ты что творишь вообще? У тебя совесть есть? Есть.
Я рискую, я должен. Ты рискуешь, посмотри, что ты вообще, ты получил жалобу, ты посмотри. Некрасный. Нет, ты взгляни вообще. И что? Раз, и такие еще там запинали, напрыгали на него. Забили в подворотне. Какая, по-твоему, игра года, спрашиваю? По-моему, игра года... Ну, знаете, я опечален тем, что в этом году очень мало что из гонок выставило. Даже вот Need for Speed ожидаемый многими. Манджукич! Манджукич! Да, красота. Манджукич. Прости. Ну да, не дал мне договорить. Ну, для меня пока игра года Ведьмак, потому что я многое не прошел. К сожалению, из гонок, наверное, точнее поделюсь чуть позже, но мне пока больше всех нравится Dirt Rally, хоть она до сих пор в раннем доступе. У меня пока что так. Так, Ардавас, ты вчера с Георгом в утреннем... Все с маленькой буквы причем. Ардавас, Георг, ну это ладно, я сейчас скажу, почему я... трейлер фильма «Капитан Америка Цивил Вор» все капслоком написано. Вот так вот. Вот, ладно, я сейчас дочитаю этот комментарий, когда Федя забьет на гол. У тебя буфонище стоит. Да, у меня буфонище стоит. Так вот, обсуждали трейлер, был довольно хорошим, но я не уверен, что сюжет фильма будет интереснее сюжета самого комикса, завязка которого мне понравилась. Концовка разочаровала, после этого я был полностью уверен, что половина комиксов серии Marvel рассчитана на 18-летних. На 18-летних. Я отобьюсь, не переживай. И потом забьюсь. Да, да. На 18-летних подростков. Стражи Галактики — самый лучший фильм кино вселенной Marvel. Окей. Примерно об этом мы и вчера и говорили, по-моему, если не ошибаюсь. Ну, в общем-то, кино сейчас и так направлено на подростков. Моя радуга! Не сработал. Ты ее прочитал. Сейчас я отожму тебе мяч. Да блин! Вот так. So what now? Ну, куда? Да блин. Вот это ты рискуешь. Ай, почему тебя не было на игромании утром сегодня? Потому. Проспал. Нет, не проспал, просто были дела. Простите, пропустил, отвлекли. Алик, молодец, болею за тебя. Ничего страшного, что отвлекли, бывает. Спасибо, но Федя тоже молодец. Ну, Федя старается. Федя старается. Мне кажется, повыше надо быть. Я забыл, кстати, как прыгать, по-моему, квадрату, да? Нет. Почти типа повыше. Это я, понимаешь, я же тебя обманывал, чтобы ты не забился. Все схвачено. Ну что? О, опасно. Момент был хороший. Ой-ой-ой-ой-ой, что творится? Эй, что у меня в фильм-то не докрутил? Что происходит? Отдайте мяч. Так. Атлетика Бильбао позоришь. Без Геворга они уже не те. О-о-о, вот это грубо. Вторая желтая, нет? Нет. Жаль. Федя, ты скорее забей, Артавас быстрее взгри. Так. Как мне раз написали, Федя, не робей, еще парочку забей. Вот это мне будет очень часто актуально. Так. Алик, молодец, болею за тебя, спасибо. А, это я уже читал. Больше никто за меня не болеет. У тебя один болельщик, да. Уже круто. Ну, у нас поровну с тобой, Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну, тут да, тут нарушил хаос. Оу.
Ну! Ну это Пак... Судья рассвистелся вообще просто. Это Погбини уже. Погбини. Шумит. За это должны... А, не, не за это. Я думал, сейчас дадут. Много чего желают. Почитай пока. Эрик, желаю тебе пораньше уйти с работы, легко добраться до дома, и чтобы у тебя была бессонница, ну а дальше ты понимаешь про отбор. Да, понимаю. Понимаю, куда ты будешься. Ой-ой-ой-ой. Грубиян. Грубиян Федор. Да. Как раз хотел это сказать. Ювентус are ahead here. It has been a good half for them. Looks like a good ball through. Ветман Джукич. Ну как так? Has he found his man? Какая игра вас больше всего не понравилась, к вам больше всего не понравилась в этом году? Эрик, я за тебя болею в этом матче. Спасибо. Спасибо. Я за Феди болею. Но Феди просто, Феди патологически не везет. Просто. Уже третий стрим подряд. Да. Федя прям жестит, пишет. Да, да, да. Видите, он изливает всю свою, весь свой негатив на бедные ноги моих игроков. Вот. О чем... А, какая игра разочарования? Федя, что тебя разочаровал? Меня разочаровал мой жанр. Что? Мой жанр гоны. Твой жанр? Да. Ну, то есть, есть и некоторые искры, которые нравятся. Жанр немножко находится в забытии. Ну, Forza же вышла. Forza, Need for Speed. Спорт, который нет. Нет, это все не то. Не то, да? То есть я дико рад анонсу Gran Turismo Sport, но в остальном по большинстве своей печальный год был. А в остальном из других игр я не помню, что меня разочаровало. Сейчас. Понятно. Может быть, что-то в начале года. В начале года там был Order, Bloodborne. Что еще? Не помню. Order, Bloodborne. Ну, я... Да все, собственно. Бэтмен не так много ждал, что... Вот, я вам расскажу, что... Федя больше на стриме вот пишет. Федя больше на стриме приходит. Приходи каждый день. Давай, Хардстоун будешь играть. Хардстоун. Да. Может быть, может быть. Можно как раз... Переведем Федю в офис жить. Будем каждый день с ним стримить. Я кормить вы не знаете чем. Не, знаю, знаю. Что-то я хотел... Наоборот... Рассказать? Можно что-нибудь... Как ты смел мне забить? Вот так вот смел, так что давай. Я даже не видел никакой опасности. Вот, в плане того, что меня разочаровало... Дико машинка в Бэтмене. Там что? Машинка в Бэтмене. Там ужасная физика этого танка. Причем самое забавное, что ты сначала весело пропустишь. Да, потом очень много. Да, потом очень много. И понимаешь, просто. Насколько она вот игрушечная и вообще не доставляет никакой радости. Даже не из того, что много, из того, что ты понимаешь, насколько там убогая физика. Причем мне нравилось больше всего на машинке это задание Ридлера. Ты делал, когда у него вот такие с препятствиями, то есть гонки с препятствиями, очень грубо играешь. Ну, пес позволяет, пока что. Ну, уже не позволяет. Мне карточка? Да ты чего, судья, больной что ли? Ну и если без спойлеров, я думаю, всех разочаровала концовка Бэтмена. Ну, по разным причинам. Я никогда не возлагал надежды на сюжет Бэтмена, то есть мне нравился геймплей в Arkham Asylum. Нет, ну понимаешь, они разыграли нешуточную интригу. Ну Буффон! Ну Буффонище же! Смотри, как он вообще затащил. Ну какая передача была. Не, передача была отличная. Скидочка не очень получилась. Нет, с моей стороны хорошо. Ой, извини. Так, давай. Ну Буффон красавчик. А что за постер у вас за спинами? Это Геворг на... Это великолепный Геворг на железном троне. Он прошел кастинг по группе Стоун. Да, да. Так, сколько можно навешивать? Уйди уже из моей штрафной. Ну ты перестань выбивать мяч. Играй, я не выбиваю. Вот. Я отбиваю.
Вот теперь игру выиграешь. Все нормально. Да! Неплохо, неплохо. Вот я разыгрался. Да, наконец-то, наконец-то. Вот видишь, меня прорвало. Такая игра оказалась сюрпризом, получилась лучше, чем ожидалось. Для меня это Until Dawn. Я от него вообще ничего не ожидал. Я думал, это будет так себе игруля. Оказалось довольно интересная, очень стильная, в своем жанре вообще отличная. Нет, в своем жанре она отличная, и меня удивило, что только вот сейчас начали эксплуатировать идеи Дэвида Кейджа в других играх. Ну, подобного кино я, в общем-то, не видел в индустрии с тех пор. Ну, то есть игры Telltale не все, они немножко своей дорогой идут. Ну да. В общем-то, это первый клон Heavy Rain за многие годы. Что... Ну, не совсем клон, но все. Буфонище! Ребята, вы говорите о Бэтмобиле, потому что вы не фанаты Бэтмена. Ну... Ну да. Да. Я даже отрицать не буду, я не фанат комиксного Бэтмена, абсолютно. Да отстань ты от меня, что ты вообще жестишь, что ты писал в чате. Зажал Ювентус. Проблема в том, что в Ювентусе больше нет Лавьенты и Джо Винко. Джо Винко вообще бы молодец ушел, да? Да. А это была просто супер пара форвардов. Я выигрывал и не все. Наверное. Да блин! Просто ты представь, ты ставишь мощного. Вот Арик разозлился. Да, не очень удачно. Федя, ну где ты был, когда играл за Геворга? Да-да-да, Федя, где ты прятался? Я копил силы, что ли? Да-да-да. Заряжал лазер. Что, ты нарушил, что ли? Типа тактика мелкого фола, да? Что я не успел добежать до твоих ворот? Да-да-да. Красную карточку получил. Поздравляю тебя. Чё? Серьезно, что ли? Абсолютно, план игры зайди. Ладно, будем... Так, я говорю, в план игры. Да-да-да. Извини, я немножко перестрою тактику. Да ради бога, только... А у тебя, в принципе, центральный... А, это атакующий полузащитник. А где его нет-то? А, все. Вот, так что я думаю, что можем даже ничего не перестраивать. По сути, это осталось то же самое. Я по-другому перестрою, сейчас поймешь. Поддержим Федю, он редко приходит, а за Арика и так можно так каждый день болеем. Логично, поддерживаю Федю, но придется забить его все равно. Нет вариантов. Так. Во. Все? Да. Окей. Посмотрим, насколько мне. Угу. Проматывай. А, я тебе. Да. Все. Там что-то пишут. Там все время что-то пишут. Ой-ой-ой-ой-ой, как грубо. Еще одну карточку, Look, if they can score from this free kick and get back on level terms, then the whole momentum of this game could swing right back in their favor and give them fresh impetus. Slide. Oh, locks on that one, but he couldn't find the target. Well played, he saw that coming. DeMarcus. Вот это вытащил Буфон. Это Буфон. Арик, что за футболизм? Где мясо? Что? Какое мясо? Мясо? Это не тот футбол. Это не тот, да. Арик, знаком с серией Chicken Invaders? Нет, не знаком.
Беньят with the short one. Беньят. Беньят delivers. Не, не, это было слишком легко. That should be the keeper's. Не Буффон. Да. Попа. Good run down the left. What can they make of it? Погба. Keeps everyone guessing. Can he deliver? Альфреди, почему не играете в Синдикат? Это же шедевр. Вы слишком много смотрите YouTube. Слишком шедеврален, потому что для нас. It's gone a long way up and away. Chiellini. Вот говорят, даешь Федю в турнир по Майнкрафту. Нет проблем. Нет проблем. С удовольствием приглашу Федю в турнир по Майнкрафту. Что ты разворачиваться стал, придурок? Такой момент. Нет, не вот. Демаркос hurtles into the tackle. Juris goes hurtling down that left hand side. Who's ball? Who's going to get there? Passes it through. Oh, well intercepted. Really alert to the danger. Чуть не убежал вместе с мячом. Муниаин. And he's through on goal. Не, ну это же Буфонище, ты чего? Надо же ее проверить. Буфонище таким не пробьешь. Арик, очень советую шикарные аркады и в стиме меньше 100 рублей, благо распродажи. Нет времени сейчас на новые игры, давайте со старыми сначала разберемся. Ну посмотрим, может быть, все может быть. А вообще я не успею, конечно же, ничего сделать. Давай, беги! Что? Сволочь, судья! Ну все. Да, ладно, Федя победил. Я Федя забил. Излил всю свою эмоцию. Да, я старался, я старался. Вот, ладно, друзья, спасибо, что смотрели. Георг вернется к вам в следующей серии. Спортивных. Да, спортивных игр. Я думаю, это будет NBA. Продолжит свою карьеру. Да. Да, я пойду выключать стрим, а ты можешь помахать рукой. С вами были Артем Смородян и Федор Сивов. Well, that's the lot. Всем for now. Пока. Thanks to you, Jim, and goodbye.